Запись. Ну что, мы расставили. Можно, да, привет-привет всем, кто будет это смотреть. Вот, мы уже флипнули, уже расставились. Сейчас нам надо выбрать, кто понесет кирпич после деплоя. Начиная, по-моему, с тебя, поскольку ты дефендер. Хорошо, смотри, у меня есть замечательная Нелли. Она пожевала жвачку и пришла надрать пару задниц гремлинских. Жвачку она уже пожевала. Поэтому стоило позвонить. Да, я красным подсветил. Хорошо, у меня тогда понесет эмиссар. Он у меня будет светиться. Тинтера. Ебы. Вот. Ну что, тогда, наверное, замешиваемся, набираем руку. У тебя, по-моему, 7 карт, да? Все так. Пресс же дает. Пресс дает, пресс дает, пресс хорош. У меня 6, у меня честное Малифо. Без это, без всяких там. Ты обрати внимание, что не надо класть карту в ремув. Я ее увижу. Вот да, вот сейчас я вижу, я тройка баранов. Переверни. Ага, ничего страшного. Ну да. На самом деле их можно валить прямо в кучу и потом два раза по ним кликнуть, и они аккуратненько разложатся. Это прямо технологично. Сейчас я немножко размера настрою, чтобы мне было повизуально получше видно. Так, это я сделал. Теперь твою. Скажем так, моя тройка баранов неожиданно выпала из руки. Ну да, бывает. Да. Так. Да. Сейчас она все еще видна. Тут да, два раза нажми на эти вцепившиеся карты, они прям развалятся. И тебе надо еще одну взять. Нет, у меня... что происходит? У тебя же резервуар на прессе. Да, я вроде набирал то 7 карт. А у тебя... Нет, у меня слиплись карты. Вот, короче, карты. Два раза кликни по ним. Оп, и разлиплись. Нет. Раз, два. О, разлиплись. Все, возьми еще одну карту. Не, у меня 7. У тебя 6. Сейчас я добуду. Да, и вправду. И барана перевезли. Не хочу. Хочу, чтобы хорошо. Он меня тройка баранов меня не очень напрягает, если честно. Это пока. Я бы сказал, что совсем не напрягает. Вот. Хорошо. Я не буду тратить камни, я с этим поиграю, с тем, что есть. Слушай, тройка баранов меня ни капли не смущает. Вот, поэтому давай я, наверное, тоже оставлю руку. Хорошо. Оставляй. Сейчас прям я вот смотрю. Две карты. Я вспомнил, что я не достал блок апгрейдов. Самая это веселая часть, как без нее. Ну да. Так, ну что, если тебя устраивает твоя рука, и ты ее смог разместить как надо, то давай, наверное, кликнем инициативу. Давай, инициатива. Оп, у меня 8. У меня 9. Прекрасно, я не буду это читить. Решай. Ну, тогда я тебе скажу. Ну, все очевидно, ходи, пожалуйста. Хорошо, у тебя 4 по стокену. Всего 4? Я рассчитывал побольше. Ну, сейчас подожди, мы еще не начали. Окей, хорошо, давай тогда у меня активируется маленький мальчик, который сидит внизу, вот этот, я его сейчас буду переименовывать. Он у меня станет Ян Клокруа 1. Вот, он дает Офелии апгрейд. Дает ей трэш-кан. Вот. Великолепный выбор. Как? Да, это, на этой расстановочке прям то, что надо. В принципе, 18 дюймов. В общем, даже можно уже в коня стрелять начинать. Место.
Вот. И, соответственно, он стреляет в Бакорку. Бакорка не возражает. Хорошо. Бам. Попал. Три карточки на урон. Маленький занес. Значит, это будет одна дырка, фаста. У тебя кто-нибудь яд использует? По-моему, нет. Нет. Яд для слабых духом. Яд буду использовать как глови токены. И я беру карточку, yep. потому что это происходит возле Сэмми. И вот такую я сбрасываю. За второе действие он возьмет, наверное, у меня и постреляет еще раз туда же. Mm-hmm. Бах. Вот так, попал. Тем не менее. Три карточки на урон. Это две дырки. Это много. Бам-бам. И еще один глови токен. Он на этом закончил. Твоя. Так, хорошо. Хорошо. Продолжать. Да. Да. Угу. Пастокен. Когда ты используешь пастокены, я могу дать фокус вокруг бакора в треугольниках да, любой да. модели. Конечно, ты не против. Без, Окей, без тогда проблем. Этот фокус у меня пойдет к Сэмми. Ок. Ок. Тогда у меня, наверное, активируется второй маленький мальчик, который вот наверху. Он у меня станет Янг Лакруа номер 2. Он тоже дает Офелии апгрейд. Он дает Офелии зажигалочку, которая Хуч Игнайтер. Дальше он делает волк. Куда-нибудь вот сюда. И стреляет Сэмми. Сэмми не против. Так, там сейчас, наверное, консил какой-то у меня будет, да? Да, там будет консил. Ну, хорошо, сделаем это с ним. Две карточки флипнем. Еще три на урон. Вышел Сивирчик, но это одна дырка, Глови, Фас. И я могу взять за эту карту. И я ее могу. Он закончил. Твоя. Постокен. Еще постокен. Хорошо, это будет фокус на покоре. Так. Давай у меня тогда. Тогда давай у меня, наверное, активируется кто? Сейчас посмотрим. 19, не, немножко. У тебя там еще лечат, все ходят. Ни в коем разе. Давай у меня, наверное, активируется эмиссар. Он сделает волк, у него восьмой волк. Придет куда-то вот сюда. В базичек. Так. Вот. И возьмет фокус. Все, он походил. Твоя активация. Постукин. Еще постукин. Хорошо. Так, сейчас одну секундочку возьмем. Так. Сейчас я отойду еще буквально минут на 5 и вернусь быстро. Окей, мне надо 5 минут развлекать это зрителей или ты? Еп, еп. Так, а запись-то у нас идет, я не пойму. А, вот идет. Все, так, я... так, моя активация у нас, да?
Значит, Насколько я помню. да, поскольку моя активация, я, наверное, буду делать следующее. Я буду активировать. Ну, давай мы активируем еще одного. А у тебя сейчас следующий будет осмысленная активация, да? Ну, хорошо. Давай мы, наверное, поактивируем тогда. Бакора мы, наверное, поактивируем. Вот. Активируем Бакора. Бакор пытается полечить себя для начала. Лечим себя. О, смотри, полечил даже с нужной мастью. Триггер заявлю на перьях, соответственно, сброшу карту, возьму две. Сбросил карту. Значит, полечил себя на три. Очень хорошо. Раз, два, три. И две карты взял. Раз и два. Такую скинул. Вторым действием мы попробуем полечить. Нет, мы не попробуем полечить. Мы попробуем дать фокус Рами. Вот что мы сделаем. Нужна девятка масок. Это не девятка масок, но я понижу себе глови. Впишу себе маску. И вот такой вот картой я почитю. Рами возьмет фокус. Вот. А третьим действием я полечу Сэмми. Лечим Сэмми. Нет, не полечили. Вот так вот полечили. С нужным триггером. Карточку сбросили. Полечили на... Прекрасно. Намного полечили. И две карты добрая. Раз и два. Все, на этом Бакор у меня закончил. Ты можешь активироваться. Слушай, ну, наверное, начнем с супер простого. У меня еще есть один в запасе пас токен, которого мы и потратим. Хорошо. Хорошо. Окей. Ты потратил еще один пас токен. Я дам еще один фокус, наверное, сцене. У меня остался еще один тотем в запасе. Он даст Офелии бутылку, которая Clean of Beauty. И постреляет он в Бакора. Стрелял, попал. Три карты. Ой-ой-ой, две дырки. Красный Джокер. Чтоб я так жил. И я карточку взял, потому что это возле Сэмми. И за последнее действие он возьмет фокус. Все, и он закончил. Окей, слушай, начинает активацию Гил Стюарт. Он такой, добрый вечер. Ну, такие, господа, добрый вечер. Вот, он смотрит на ЛДЖ и говорит, сударыня, по-моему, вы приболели. Давайте попробуем вас с тактикал экшеном полечить. Угу. Флип. 4. 4 нам не хватает. Четверочки нам не хватает. Ну, давай такую шестерочку положим. Угу. После и она чего, это... соответственно, получает флип 1, 2, 3 хила. Угу. Да, и полечилась она, соответственно, на 2 и получила фокус. Хорошо. Raising фокус. Shift Q. Дальше, следующим действием он говорит. Сударь-адвокат, я вас вижу со всем краешком базы, а мне, по-моему, у вас какие-то проблемы с ядом. Надо бы снять с вас яд. Давай попробуем снять яд, которого у нас, конечно же, нет. Вас кто-то отравил. И да, это у нас получается снять яд, но, к сожалению, это не маски. Поэтому ничего не происходит интересного. И следующим действием он скажет, что сам возьмет фокус. Активация. Угу, хорошо. Хорошо. Ну, давай поактивируем, наверное, Офелию. Угу. Давай поактивируем Офелию. Офелия у нас видит коня. Великолепно. Вот.
А лоер у нас стоит ровно в двух, да, от коня? А нет, он Ну да, стоит в все так. бласте. Он в бласте стоит от коня. Проверим. Ну да. Да. Окей. Окей. Офелия тогда у меня будет стрелять в коня. Активация Офелия, да? Да, так, да, я в да. начале хода получил, соответственно, с коня замечательный бонус в виде одного Да, барана. один токен ты получил. Ну, просто пока смысла нет отмечать. Ну, Ну, давай, стреляем по мне. да, я стреляю 7-м статом по дефенсу. И у тебя, наверное, кавер будет даже. Наверное. Померяем. Ну, да, от ящика у тебя будет кавер, так что у тебя тоже 7-й стат. Вот. Давай постреляем. Давай Бах. Постреляем. Бах. Вот так. Бах. Пока ушел. Пока ушел. Давай я вот такую положу. И скажу, что я постреляю еще раз. Что скажешь? Скажу, что... Скажу, что... Стреляйте, сударь, вы еще раз. Ну, То есть вот, это у нас... У тебя это баран... Это попадание, да. Да, ты понизишь да. на один урон. И, соответственно, да. это с минусом. А, это с двумя минусами, потому что в ковре. Окей. Давай поищем там красного, которого там нет. Три карты. Это один урон. Угу. И я немедленно стреляю еще раз. Угу. Стреляю. Давай, флип. Угу. О, нормально. Пока там. Хорошо. Пока там. Пока там. Ну давай вот так. Давай вот так. Хорошо, не попал. Давай еще раз. Так, давай. Ты одну дырочку отметил, да, на коне? Ты мастер? Первого выстрела. Я не могу зарядить, да, меньше нуля. Да, в ноль нельзя. Ага. Так. У меня пока 8 баранов. У меня 10. У тебя 10. Что скажешь? Ну давай чить. Да, давай я почитю на маске. Стреляю еще раз. Это 3, 4 минуса. Потому что поровну. Это еще одна дырочка. Вписал, да? И стреляем еще раз в флаг. Давай. Ну, такая. Ну, что ж такое? Пока попадаю. Попадаешь. Попадаю. Это раз, два, еще три минуса, потому что ковер, хард-вунд и минус по статам. Триггеры заявлять не могу. Ой, как много. Это еще одна дырка. Давай, наверное, я... Не, пока еще нормально, пока еще не буду ничего делать. Давай еще раз постреляем. Ой, слушай, там должен скрэпы класть. Сейчас я там скрэпов накидаю еще. У тебя кто-нибудь использует скрэпы? Да не особо. У меня просто тоже, поэтому я их не буду класть, если тебе никто их не Без использует. Без проблем. Так, давай у третий. У тебя сколько действие. Осталось выстрелов? Ну, третий, последний, да? Окей, поехали. Вот так вот. О, слушай, ухожу. Уходишь. Ну давай нет, давай не уходишь. Ну, господи, началось тут коня расстреливать. Ну, хорошо. Ну, мне просто прикалывает стрелять по коню. Значит, это ну, у нас... Это у нас с баранами. По-моему, у меня там крит на баранах есть. Проверим.
Да, это крит. Слушай, давай тогда я, наверное. Но у меня минималка один. У тебя минималка один. Да, поэтому Давай смотри все-таки тогда. я потрачу все-таки своего барана. Давай. Давай, хорошо. А, это я опять кучу минусов. Четыре карты. Поехали. Это еще две дыры, то есть одна. Все, ты вписал, да? Сейчас списываю. Да, Ага. lower. Так. И, соответственно, сейчас я посмотрю, кому это. В конце я сброшу, наверное, в Сэмми я сброшу этот апгрейд. Она получит дырочку, получит Glowy токен. И я возьму за эту карту. Вот. И, соответственно, дальше я нулевкой надену его обратно. То есть на мне три апгрейда остается. И последнее, что я могу сделать, это в конце своей активации я могу сбросить карту и скомандовать кому-нибудь что-нибудь сделать. И давай, наверное, да, я сброшу карту вот так. И скажу, что у меня Франсуа возьмет фон. Хороший выбор. Вот. Все, это была активация Офелии. Окей, активируется Guild Lawyer. Он говорит, в начале активации я взял вот эту карту, сбросил вот эту карту, вшил до конца себе ходы, соответственно, бараны. Первым действием давай попробуем сделать Tactical. Так, я тебя не слышу. Алло. Так, я все пропустил. Алло, алло. Алло. Ты пропал куда-то. Алло. Привет, меня слышно? Вот теперь да. Ага, смотри, что происходило. Я, соответственно, попытался выдать шилд щитов Полирайдеру. Это не получилось. Потом, после этого, я попытался заобейть Гилстюарта. Этот Гилстюарт не сопротивлялся, но все равно не получилось. И тогда Лоер расстроен и взял фокус. Ага, хорошо. Все это он активировался. Хорошо. Хорошо. Давай померяем. Прекрасно. У меня поактивируется, наверное, кто? Ты переверни эту 13-ю. Она меня раздражает. Ну, пускай, переверни. Пускай. Давай. Center bottom of fade deck. Не-не, там правой кнопкой можно нажать и флип сделать. Ага, все. Во. Так. Ладно, это мы не будем пока. Давай мне, наверное, активируется Рафик. Рафик у меня сделает волк. Куда-то вот сюда и возьмет фокус. Слушай, отличный выбор. Давай, твоя активация. Да, буквально 10 секунд.
Слушай, активируется пресс. Делает мув пятый. Он туда за ящички забежал. Там берет фокус. Все. Активация. Давай у меня активируется Рами. Рами берет фокус. И стреляет, сжигая один фокус на расстояние. Тут типа 4 дюйма от коня и 20 от Рами, вот он типа достает. Вот. Соответственно, ловер фокус стреляет в тебя из своего замечательного ружья. Шестым статом по дефенсу, игнорируя все на свете. Поехали. Окей, шестой. Вот так вот. О, черного джокера достал. Классно. А я, соответственно, достал... Я, соответственно, достал барашка. В барашке это будет крит. Ну, давай. Да, давай с критом это сделаем. Значит, у тебя хартувунд есть, правильно? Да. Тогда это с минусом. Кто же знал, что так выйдет. Ну ладно, давай. Флипаем с минусом. Это у нас 3 урона. Армор не игнорится? Нет, к сожалению, на этом триггере не игнорится. Хорошо, тогда, соответственно, понижаю на 2 вунды конь. Все, на этом Рами у меня закончил. Так, давай, наверное, активируем Нелли. Нелли, активируется Нелли. Первым действием Нелли говорит, что неплохо бы ауру сделать свою тактику. Так, нет, немножко по-другому. Slow News Day. Вот, активация. Флипаем. Десяточка. У нас получается. Маска вшитая. Заявляем fake news. Скидываем до 2 карт. Вот. Ну, до 3, ну, скидываю до 2. Скинул раз, скинул 2. Взял раз. Взял 2. Окей. Ну, вот. Следующим действием Нелли. Следующим действием Нелли. Пройдет на 5-й мув. Статус. Ну, буквально вот так вот прошла. Так, ага, вот вижу ее теперь. Ага, и после она, чего... И она стоит, ага. После чего она такая, блин, надо что-то делать. Сейчас. Буквально секунду. Так, куда ты улетел? Ага. Все получилось. Потом, соответственно, Нелли говорит, что давай я положу в базовом контакте свой с самим собой схем-маркер. И... В качестве нулевки она ничего делать не будет. Так. То есть она у тебя походила. Она прошла. Ага, она сделала фейк ньюс, походила, положила маркер и передала тебе активацию. Чудес. Так. У тебя остался конь, и у тебя осталось. Леди Жастис. Леди Жастис.
И опять 13 положил, чтобы меня она бесила. Хорошо. Прости, пожалуйста, сейчас. Ничего. Я все понимаю. Так, у нас пресса армор есть. Второй. Нет, плохо встал. У Леди Джастис у нас мув 5. Мув очень маленький. Очень пятый. Маленький, пятый мув. Ну, пятый, это нормальный мув. Внимание. Ну, сравнивая с конем. Ну, да, с конем, да, у коня, конечно, больше. Так, у коня хард-ту-килл есть? Только хард-ту-вунд, к сожалению. Только хард-ту-вунд. И броня у коня. Давай померяем, что я могу с тобой сделать. 6. Типа сюда. Нет, это мне не интересно. Так я не хочу. Ну, давай посмотрим, что ты будешь делать. Давай у меня активируется Сэмми. Возьмет еще один фокус. Вот. И, наверное, она постреляет в маленького Лукруа, который вот с фокусом возле нее стоит. Поскольку это в консил, она делает это с минусом. Ну, типа что-то флипнуло, попало, он не возражает. Три карты на урон. Вот так вот. Взяла и убила, короче, ребенка. Кошмар какой-то. Да, а я взял за эту карту. Как я видел, как Франсуал Латинбага пострелял на красном джокере. Ну, да. Да, так вот тоже прикольно бывает. И за третье действие она не будет, наверное. Нет, она будет, она походит куда-то вот сюда. Твоя активация. Напомню, Сэмми, она вообще всегда с фастой будет. Она с фастой, когда она получает урон от дружественных моделей. Нет, я понимаю, ну, по сути своей, то есть почти практически всегда она будет. Ну, да, может. Так. Ну вот как-то так чардлайну моему ничего не мешает. Да. Окей. Слушай, ну, черный джокер вышел. Поэтому конь говорит: Леди Джастис, а давайте прокатимся. Леди Джастис говорит: а давай. Неужели сделаем? И, конечно. Что там у меня? Пятый стат же, да? Это шестой. Ну ладно, давай так сделаем. Аж. Да, ну я 5 раз на стрелочку нажимаю. Раз. Стрелочка. Значит, выдали поля райдера. Ага. Да, включи все было пятую ауру, включи и все. Ну, сейчас. Ну, вот сюда прыгнули. Вот так вот. ЛДЖ-шку давай как-нибудь вот сюда рядышком с собой поставим. Вот так. Буквально в БТВ. Следующим действием. Ну, посмотрим, типа, есть что-нибудь в 12, что мы видим без проблем. Так, Янкла Кура не достаем. Пристрелим парня. Так.
так, так, у тебя не активировался еще, если я правильно помню, Бакор, да? Нет, я Франсуа не ходил. Франсуа не ходил. Франсуа. Ага, видим его. Франсуа опасный тип. Есть такое. Поэтому если мы сделаем сюда волк, ничего не получим. Получим. Сейчас буквально 10 секунд посмотрю на дистанции Франсуа, чтобы где... У него пятый мув и эмбуш. Эмбуш. То есть, в принципе, 13 дюймов он куда угодно подъедет. Да. Ну, 14 со свардом. 14 свардом. Вот этого нету, у него замечательно сейчас обилки. Так, давай 14, я посмотрю просто ауру твоего парня. Не подставится никуда. Ага, понятно, мне надо коня двигать. Великолепная новость. Если ты так чисто идеально все сделаешь, ты до меня доберешься. Неприятно. Поэтому давай, наверное, мы конем переедем куда-нибудь. Ну, седьмой муф-то позволит. Да тут практически куда угодно можно уехать. Да, я понимаю. Ага. Давай мы для начала время В Рафаэля. Зачем мне в него? В Рафаэля, да. Давай в него выстрелим. Давай. Ой, флип. У меня шестой стат и щит появляется. Ага, я помню. Так, это... у тебя какой стат? Слушай, атакующий, насколько я помню, пятый еще, чтобы не соврать. Не-не, шестой должен быть. Это шестой, да. Шестой. Давай не хочу. Давай, прям не хочешь. Ну, ага. Не хочешь, так не хочешь. Вот, ну а теперь надо конем бежать отсюда. Мы свою задачу выполнили. Ну и давай, наверное, вот куда-нибудь сюда. За домик спрячемся. Угу, угу, угу. Хорошо. А, ну слушай, нулевка была, два действия было. Активация. Да. Окей, мне остался Франсуа. Давай подумаем, как я могу сделать тебе чуть менее комфортную жизнь. Значит, давай с простого. Значит, я могу эмбушем выехать куда-то вот сюда. Без проблем. Во. Вот давай так и поступим. Я вот так немножко выехал. И давай я постреляю в тебя. Давай. Значит, я в тебя постреляю. Так, у тебя же там какие-то больные совершенно наглые триггеры. Нет, у меня там повторялка и у меня там вайлдшот. Ничего экстраординарного. Вот. Поехали. Давай, флип. Давай фокус я заявлю. Окей, я не заявил. Ну вот пока у меня 15. Угу. Стат у тебя атакующий 6, НДФ у меня 6, тоже 6. Да. Давай десятку тебе дам. Окей. Давай я вот так почищу. Деф у меня пятый. А, у тебя пятый деф. Да. Хорошо. Да. Тогда не будем читить. Окей. Вот. Это будет... У тебя есть Heartwound? Heartwound у Леди Джастис, конечно же, есть. Конечно же, есть. Тогда это будет 2 минуса и Wild Shot. Я за вайлдшот внесу дырку вот этому маленькому ребенку и возьму за это карту. Великолепно. И постреляем мы в тебя с двумя минусами. С двумя минусами 3 карты. Ой. Слушай, ты, мне кажется, на камень
развел. Ну, ты можешь, в принципе... На равном 3 минуса. У меня фокус был. Простите. Вот, все хорошо. Ничего страшного. Это 7 урона. Не вмешивайся. 7-2, да? Это 7 урона, да. Слушай, ну, окей, это армор ты не игноришь, это 6 урона. Угу. Давай я, наверное, трачу Soulstone. Давай. Би. Буковку нажал, да? Правильно? Правильно. Угу. Флип. Ну, давайте хоть нормально. Ага. В сумме это 3 дамага я запривентил, LG да. Потеряла аж 4 вунды. 4 вунды вошло, да. Yes. Так. Она в 8. Буду понижать. Да, хорошо. Ну, давай еще раз тебя постреляем, вроде неплохо получается. Что-то мне не... Ну ладно, хорошо, давай. Я аж поплохел на таких. Без фокуса. Давай я тоже. О, да ёшкин кот. Ну, попал. Попал, это у меня будет... Давай я, наверное, вот так. Ты будешь читить? Не-не, я не читаю. Давай я вот так вот положу, это будет на масках, я внесу себе дырку, постреляю еще раз. Великолепный выбор. Это у меня попал я в минус, и у тебя Heart Wound, то есть 2 минуса. 3 карты. Все так. Вот так вот, видишь? О, черт. Все по-честному. Все по-честному, понятно. Но тем не менее я себе дырочку вношу. Угу. И стреляю в тебя еще раз. Видишь, я убью тебя быстрее, чем ты меня. Поехали. Возможно. 7-1. Вот как-то так. У меня 17. Слушай, давай, наверное, хватит тебе одной заниматься. Окей. Ну все, ушла. Хорошо. Я закончил. Твоя актива. Ну давай, там. LJ у нас, соответственно, делает ауру пятую. Помувалась Разик. Угу. Делаем ауру седьмую. Будем прыгать? Проверяем. А, нет, будем чарджить. Будем чарджить. Давай, куда будем чарджить? Чё, подожди, сначала я это чардж лайн построю. Угу. Куда я могу дочарджить? Это... Ой, господи, что я сделал? Зачем я тебя скопировал? Ой, как... Альце. Угу. Так. Назад. Так. Аура. Клир. Аура. Пятая. Ctrl-C. Ставили девочку. Аура клир. Ну, плохо. Ты Рафаэль достаешь таким образом. Я понимаю, сейчас выстрою черч лайн. Хорош. Эй, двигайся, черч. Альт В. Что ты делаешь? Прекрати. Черч лайн пытается подвигать. Так, все. Есть у меня. Ну да, только Рафаэля был. Ладно, без проблем. О, давай почаржили в Рафаэля. Угу. Сейчас. Модель. Дилит. Вот. Я же второй энгейдж, я ничего не напутал, господи, да, второй энгейдж. Да-да-да, там давай. Давай, грит с вардом бью, парня. Фокус используешь? Нет, пока фокус не заявляю. А я давай заявлю. Угу. Нет, не попал. Хорошо. Еще один щит накопил. Угу. Еще одно действие? Да. Сейчас. Давай камень потратил. Угу.
Так. Сказал лид. Ну, маску заказал. Маску заказал, ага. Флип. Получилось. Так. Липнули, соответственно, на 6. Сейчас неприятно будет. Ну, нет, у меня на триггере не получается тебя пробить. Переживание. Ну, у тебя счет есть? Да, да. Ну, это может быть только тебе Янг Лукра какого-нибудь заберу. Может быть и нет. Куда поставить тебя? Так что интересно. У Миссара же нет дотмами, да? У Миссара нету, чего-то. Но он кататься умеет. Да, нет, это понятно. У Миссара энгейдж первый. Нулевой. Нулевой. Ну, тем более. Да. Ну и хорошо. Давай сюда липнулись. Дальше давай будем бить молодого Лукра. Закажем молодого Лукра. Молодого Лукра. Зачем мне его бить? Давай, наверное. Давай в Рафика все равно ударим. Фокус понизим. Давай. Вон. И... Поехали. Lower Fox. Подожди, пожалуйста, секундочку. Да, и я еще один камень потратил. Заказал себе в дуэли. Давай эти замечательные маски. Угу. Поехали. Флип двух карт. Великолепно. Нет. Промазал. Ну, ладно, ресурсы все потратили на эти действия. Но ничего страшного. Активация. Так, ну это ход. Еп. Меня... Никто не горит, никто. Да, у меня попадали щиты. Вот. Все. Можно. Да, а я такой молодец. А я такой молодец. А, все, я молодец. Все отлично. А, так, давай решафл. Решафл. Давай я, наверное, какую-нибудь одну карточку сброшу. Угу. Вот такую. И доберу. Три. А ты суров. Четыре. Пять. Шесть. Ну, давай будем с этим играть. Одна. Так, у нас в конце хода покрасились эти. Покрасились маркеры. Еще одна карта. Давай, я бью камень. На добор двух. У тебя осталось два камня, да? У меня останется один камень после этого действия. А, окей. Раз камень, два камень. Ну, слушай, давай сбросим вот эту. Угу. Сейчас. И, наверное, вот эту. Все, давай тогда флип на инициативу. Давай. У меня пока я не чит. Ты не читер. Я не читер. Окей. Окей. Надо подумать. Надо подумать. Так, у тебя, соответственно, опять 4 по стоке, да? 3. А, действительно 3, потому что я одну модель взял. Логично.
Ну, давай, наверное, я поактивирую Рами. Рами, да? Рами, да. И бахну по Лиде Джастис из ружья. Он игнорирует Friendly Fire. Friendly Давай, Fire. да, давай, наверное, дашь с фокусом. Рами, Рами, Рами. Все, увидел. Угу. Поехали. Поехали. Какой у тебя стат? Слушай, у меня пятый атакующий. О, защищающийся. Защитный. У меня шестой, то есть я пока немножко не попал. Давай я, наверное, брошу. Вот такую я положу, скажу, что это будет с игнором армора. У меня 16. Сейчас я подумаю. Сейчас я подумаю. Давай, Резолга. Я в тебя попал, соответственно, в один минус с игнором брони. Ну, еще харту. Харту. Вунд. Ну, я за фокус проигнорировал твой харту вунд, да, да. Поэтому один минус. Ага. Окей. Это два урона. Это два урона. Это явно похоже на мой камень. Давай. Думаю. Так, господи, почему я у тебя флип? Ой, флип один запривентил. Угу. Один вошел. Да, да, да. Давай еще. Давай еще раз. Да, давай. Уже без фокуса. Угу. Ну, вот как-то так. Ну, слушай, попал, ладно. Это один минус, и я повторю атаку. Хорошо. Да, это один минус. Хорошо, давай. Две карты. Это средний. О, средний, это у него, по-моему. Средний сколько? Три, по-моему. Сейчас проверим. Окей. Ну, то есть два вошло в броню. Да. Три дамага, да? Ну, два, то есть. Угу. Понизу. Так, она в пяти, да? Давай, да, давай бесплатную атаку постреляем. Угу. Раз, давай. Маска вышла. Так вот. 15. О, не попал. Ушел. Не попал. Твоя активация. Ах, так, так, так. То есть чего мы боялись? Сейчас проверим. Ну, то есть, ничего, наконец, активации не скрываешь, да? Нет, 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 ничего не скрываю. Все, ну, типа, хорошо. Значит, это не Vendetta KLJ от Rami. Окей. Нет, это не она. Ну, я, да, в всякий случай. Чё бы не спросить. Ай, блин, как же все плохо там. Сейчас, давай думать. У нас есть LJ, которую могут забрать тут модели. Есть много постокенов, но постокены пригодятся. Конь у нас в двух. Тут у нас все хорошо. Так. Сейчас. То есть, если ты мне маркер в любом случае вот этот красненький не перекрасишь, мой наверху, да? Да. Я очко получу. Если ты его не перекрасишь. Я не могу перекрасить твои очки. А, мои маркеры не можешь перекрасить. А, они мультицветочные. Угу. А, мультицветочные.
отличное слово под вечер. Сейчас я подумаю, буквально секунду, сложный вопрос. Переживет ли ЛДЖ без камней, с почти полной рукой? Не знаю. Переживет или не переживет? Может, давай ты пока думай, я пойду попить синарю. Да. Угу. Так, я вернулся. Да, слушай, это очень хорошая новость. Очень угу. Хорошая новость. Потому что активируется LJ. Говорит, слушай, Янг Лопура, ты, наверное, хочешь получить от меня атаку. Бьюшь тебя, дорогой. Ну, давай. Он там, типа, получает щит за это. Ну, типа, да. Ну, давай. Поехали, флипаемся. Угу, угу. Ой. Ой, слушай, два. Пока не попадаю. Проблема Дэв у него какой, напомни? Деф у него четвертый, поэтому попадает. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, давай мы у тебя карту попросим. Наверное. Давай какую-нибудь такую положим. У меня 11 в сумме. У тебя 11 в сумме. Mm-hmm. Такая. Триггер на масках побить другую цель. Прекрасно. Это mm-hmm. ты попал в минус. Да, все так. Давай. Но поскольку я не чаршечным это действие совершаю, поэтому да, мне прекрасно. Плюс флип. Угу. То есть чистое. Угу. Слушай, убил. Много. Убил. Две жизни восстановил. Угу. Ой, господи, я нажал ловер. Инстант. Ну, бесплатная атака, и давай ударим в Рафаэля. Он получает давай. Шилдик. Угу. Поехали. Ну, 10. Пока попадаю. 10 попадаешь в минус. Хорошо, давай. У тебя деф какой? 6. 6. То есть у тебя 11, у меня 16, попадаю чистый. В минус. А, ты чистый же будет. Да. Ага. У тебя будет чист. Нет, я не хочу чистую. Давай будет вровень. Давай. То есть 16 на 16 будет один минус. Угу. Так, две карты флипаем. Слушай, все равно средние 4 дамага. Это 3. Угу, ну, защиты. Да. Чего? Ну, наверное, давай. А чё бы нет? Вот чё бы нет? Давай, вот начали убивать твои модели, да? Продолжать это делать. Давай ещё ударим в него. Давай. Я беру щит. Карточку я флипнул. Ага. Так. Давай нет. То есть это наша была вторая атака в этом. Угу. Атака в этом раунде. Ну, у меня будет третья атака. Все хорошо. Поехали. Да, да, давай. Третья атака. Угу. О, пока один. Нет. Ну, слушай, насколько стоит ударить тебя? Не насколько знаю. Хорошо? Давай вот настолько 16 на барана. 16 на баранах.
То есть типа это будет чистая карта с критом. Ну, что я могу с этим сделать? Я могу с этим сделать ничего. Давай. Чистую с критом заносим. Алло. Так. Добрый вечер. Хотел тебе. Привет, привет. Да, да. Немножко не слышу тебя. Так, давай я звук немножко погромче сделаю. Угу. Так, так, у нас 16 баранов в дуэли. Да. То есть тебя устраивает? Да. Хорошо. Ну, я так, ты немножко с помехами начал тебя слушать. Сейчас я посмотрю, у меня что-то на Bluetooth наушниках осталось по заряду. Да нет, нормально все. Вот. Это странно. Ладненько. Давай резолвить, соответственно, 16 бараны против твоих 11, минус 1, но плюс 1. Поэтому чистая. Все так? Прием. Мясо. Тебя вот я только вот сейчас какую вот часть фразы и тебя слышу. Ну, короче, да. Да, попал. Ага. Все, чистая. Поехали. Угу. Та-дам. И это целых 4 дамага. Ну, плюс critical strike, поэтому как бы 4 минус, мимо чисточка. Типа я в харту киляст. Да? А, так. Ну, оставили в хардтукеле, и то хорошо. Убили почти две модели. Давай, наверное, сбросим карту. И похилимся на 1, 2, 3. Флип. На 1, 2, 4. Левка. Похилились на одну вунду. Угу. Передаю активацию. Скофер, а ты меня слышишь? Все окей? Я тебя прекрасно слышу. Ага, я просто немножко тебя хуже стал слышать. Или ты стал меньше разговаривать? Это одно из двух. Ну, не знаю. Я говорю прямо. Ну, а я тебя отрывками слышу. Давай-ка я Discord перезагружу тогда. Сейчас буквально секунду. Ага, давай. Добрый вечер, меня слышно? Проверка связи. Раз, два, три. Меня слышно? Так, да, тебя слышно. Меня нормально слышно, да? Да, 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 тебя. Вот я тебя почему-то начал слышать не до конца. Это чем-то может быть вызвано. Я проверю на всю хуйню. Давай даже на всякий случай Wi-Fi переподключусь. В общем,
есть я перезагрузил интернет, короче, переключился на другой интернет, и я должен тебя слушать великолепно. Скажи что-нибудь. И я тебя не слышу. А я говорю. Продолжай. Вот сейчас вот я услышу, и я говорю. Вот это я услышал. Так, давай я, наверное, другой наушник попробую, переключусь. Извини, пожалуйста, буквально 10 секунд. Потому что немножко... проблема в Bluetooth наушниках. Эх, с ними было удобно. Ну, давай. Так, скажите, пожалуйста, сударь, что-нибудь? Вот часто. Вот опять же, я даже на другие наушники перерубился и частично тебя слышу. Ну ладно. Сейчас. Будем надеяться, это... Подожди, давай проверим, может, это у меня проблема? Вот, пока ты вот сейчас говорил, я почти полностью разобрал все, что ты говорил. Может быть, как-то урывками. Так. Тебя вот, слышу. Я тебя слышу. Да, ну, нормально. У вас по очереди проблема. А, по очереди, да, у нас проблема. Да, ты периодически пропадал, но сейчас вот у Вити было, у него конец фразы зажевывался. Но сейчас вроде нормально. Ага. Спасибо тебе большое. Мы тебе друг. О, вот я. Сейчас опять конец фразы. Я, кстати, тоже. Короче, я. Предлагаю сесть за другой стол. По-моему, этот стол сломался. Давайте за шестой стол сядем. Это все дело в этом столе. У тебя прекрасно. Вить, такое ощущение, что ты кнопку активации голоса или когда говоришь голосом, отпускаешь чуть-чуть раньше, чем ты говоришь фразу. У тебя конец фразы зажевывает. Я без кнопки это делаю. Возможно, стоит чувствительность микрофона понизить настройку Дискорда. Ну, у меня это все нормально, меня слышно, да? Тишина. Я сейчас говорю. Ну, вот меня должно быть слышно. Тебя слышно. Ну, окей, давайте играть. Давайте, убивай меня уже, давай. Да подожди, кому-то нужно. А, черт возьми, такая надежда пропадает. У меня активируется Рафаэль. Нет. А Рафаэль делает волк куда-то вот сюда. Вот так вот. Он ходит в Lady Justice и дает к ней в Engage. Угу. Mm-hmm. Вот этого мы удалим. И он берет фокус. Ага. Ага. И на этом он активацию закончил. Слушай, это неожиданно для меня на самом деле. Активируется Нелли говорит, так, я эту карточку отсюда убрали, говорит о том, что ёшкин кот, нужно включить ауру, поехали. Получилось, заявляю, вшитый триггер, скину до 3 карт, добрать карты. Давай скинул вот эту карту, взял вот эту и вот эту. Ну, равноценный обмен, скажу честно. А дальше Нелли пройдет на 5. Вот сюда встала Нелли. Угу. И так, переживем мы Офелию или нет? Пожалуй, просто так не переживем. Но тут нам хватает, да? Тут нам без проблем хватает. Да, тут нам без проблем хватает, в случае чего.
Clear все аур эффекты. И давай возьмем Нелли фокус. Активация. Ну, включила свою обилку, прошла и взяла фокус. Нарывку не делаю. Угу. Давай, наверное, я активирую маленького луква. Давай. Значит, первым действием он стреляет в Сэмми. Угу. Сэмми не против. Стреляли. Три карточки. Чудес. Внесли Сэмми дырочку. Пардон. Дырочку. Дали ей голове, фасту. Взяли карту. Угу. Дальше. Дальше он у меня, наверное, померяем. Да. А дальше он у меня попытается надеть на себя гранату. Угу. Нулевка. И попробует ее с восьмерки бросить. Угу. С восьмерки бросаем гранату. О, прикинь, бросил. Угу. Более. А куда бросать? Ага. А сейчас я посмотрю, там, по-моему, на баранах есть какой-то классный триггер. Ебой. Типа на две гранаты. Так. Что-то второй тур, вторая банка энергетика. Угу. Да, действительно, там у нас на баранах катаклизм. Я брошу еще один маркер. Слушай, это вообще неприятно звучит. Значит, это будет у нас следующим образом происходить. Значит, один мы бросим вот сюда. Один мы бросим сюда. То есть ты во всех моих мастеров решил зарядить, я понял? Ну, там на самом деле не очень страшно. О, даже до пресса достает. Значит, там у нас происходит 14-я Willpower дуэль или дырка и дистракт. А, ну ладно, давай я с LG, с твоего позволения, первым пройду. LG не прошла, получила дырку, и, насколько я помню, дистракт она получить не может. Ага, я молодец, я все приложения позакрывал, сейчас буквально секунду, Малифу открою приложение. Раз, два, три, раз, два, три, games, чич-чич, play, ага, Нелли. Да, на это поползла. LJ. Да, она не может дистракцию кондицию получить, поэтому она просто в семье. Угу. И, дальше. Ага, и что еще? И он там у тебя тоже проходит то же самое. Ага, ну, следующая модель, я просто, потому что вдруг какой-то комментарий был. Так, давай, Нелли пройдет 14-ю Willpower дрель. Ей с 6-м-то статом, наверное, хватило. Да, да, хватило. Вот, и давай пресс, суровый пресс. Ой, господи, там дистрактит и дырка, да? Mm-hmm. Давай мы пройдем эту дуэль с фокусом. А, не можем. Да, я вспомнил уже, вовремя вспомнил. Так, вот и все, на стрим позорюсь. Давай флип. И, слушай, героический пресс с 4-м ВП, ну, прошел. Прекрасно, меня вполне устраивает. Угу. Маленький Лакруа закончил, апгрейд с него упал. Слушай, великолепно. Великолепно. Так, то есть, в принципе. Так. Ну, там типа проложим 12-я аура. Ну, слушай, все хорошо. Ага, только ящики мне мешают свои же. И это ящиков
Он коня не видит. Гетлор видит коня из-за ящиков или нет? По-моему, давай нет. Посмотрим. А, не, я же могу лос здесь провести вне ящиков. Да. Все, все нормально. Да, прекрасно видит коня. Все, все, все. Отлично. Давай, наверное, мы активируем, соответственно, Гетлора. Начнем нашу активацию вот с такого маневра, вот такого маневра. А после чего он попробует дать обейк коня. Сейчас я это припал. Потом мы попробуем что сделать. Давай, ну, в шили книжки до конца хода. Давай гилд лоер. Сейчас буквально 10 секунд. Это у нас 12, да? А гилд лоер сделает движение. Ауру пятую сделаем ему. Вот, условно говоря, там с обходиком куда-то до сюда дошел. Аура восьмая. Можно подальше дальше, да? Так, подальше. Сейчас. Вот так вот. До коня доставать, ну и за это не умирать. Чуть-чуть еще вот сюда. Чуть-чуть еще вот сюда. Так, давай-ка все ауры заклерим. Проверим, что это восьмая аура. Аура 8. Да, до коня достаем. Давай мы сделаем коня действие. Короче, дать ему шилды 2. Давай. По-моему, великолепное действие. Давай попробовали. Дать ему шилды 2. Слушай, получилось. У меня есть выбор. Как, что, дать другой модели или взять карту. Давай я, наверное, заявлю триггер взять карту. То, что у меня книжки вшитые. Я взял карту. Ага. Карту мы взяли. Дальше. Давай попробуем сделать обейв коня. Давай. Да, почему бы нет? Обейв коня это всегда хороший выбор. Хотим ли мы как-то это сделать по-хорошему? Давай, конь не сопротивляется. Конь не сопротивляется. Слушай, тройка. Тройка это плохо, потому что мне нужно минимум девятка. Есть у меня на руке что-нибудь похожее на девятку? Я знаю, что есть. Нет, тебе показалось. Активация. Вот так. Ну, бесполезная модель. Окей, хорошо. Давай мы активируем Бакора. Давай. Бакор полечит Рафаэля первым действием. Угу. Семерочку, пожалуйста. Прекрасно. Глови токен спилили. Карточку сбросили. Полечили на 1. Хорошо, полечили на 1. Две карты взять. Раз, два. Повторяем туда же. Угу. Вот так. Хорошо. Не получилось. Ну, уже неплохо, по-моему. Вполне. Вполне неплохо. Давай полечим. Давай полечим, наверное, Сэмми. Да, давай с вами полечим. Нет, но да. Триггер тот же самый. Карточку сбросили. Полечили на 1. Две карты взяли. И Бакор на этом все. Mm-hmm. Так, слушай. Напомню, Бакор в 3 дюймах раздает вокруг себя фокус. Да. Запас токен в 3 дюймах, да, сейчас смотрю. Он себе может продать. Ну да, да. То есть, по сути, только еще Сэмми, да, может раздавать сейчас. Сэмми. А Сэмми у нас еще не ходила. Да, Сэмми не ходила. Что-то не хочу. У меня и так уже 4 фокуса, куда и больше. Куда и больше. Тут еще и шмонца. Готовится к низкому старту. Так, ну, наверное. Так, это позже.
Эти все маневры можно сделать позже. Давай, короче, Guild Lower, Guild Steward пройдет вот сюда на 5. Mm-hmm. А потом пройдет вот куда-нибудь вот сюда. Ну, сейчас я намерю, чтобы он 8 дюймов был. Там в 6 надо или по 7, господи, я уж не помню. 6 или 8. Guild Lower, Guild Lower. Какой Guild Lower, Guild Steward, блин? Слишком много гильдейских моделей. Да, надо быть в 6. То есть надо будет немножко по-другому все делать. Два раза отмену нажимаю. Раз. Раз и два. Поэтому будем копировать парня и пытаться дойти до коня с разными вариантами. По дюймику его двигай просто. Так, ты имеешь в виду с этой, да? Нет, я имею в виду... Ауру дюймовую включи вокруг него, как бы, и двигай. Сейчас, давай-ка я сначала вообще все ауры здесь вырубаю. Тут слишком много, глаза уже рябит. Угу. А, так, ауру вырубили. Типа, ауру в один дюйм поставили. Типа, вот он дошел вот сюда. Угу. Раз. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, господи, ты скажи, пожалуйста, что я дотянулся до коня. Дотянулся до коня. Чуть-чуть назад его сдвину, тогда понял, что это. У тебя аура какая нужна? 6 или 8? 6, 6, 6. Ну вот ты сейчас, по-моему, не в 6. А, сейчас, подожди. Да. Ёшкин кот, я тебя понял, о чем ты говоришь. Угу. Так, ну, короче, вот этим вариантом не добраться до коня. Смотри, ты можешь сделать проще. Ты можешь пойти напрямик через лес. То есть вот, это... если ты так хочешь, да, то ты проходишь как бы 5 дюймов по лесу с понижением, да, и ты в 6 оказываешься. Ну, то есть, типа, ты делаешь 2 волка и нулевкой лечишь. Если ну, ты... давай так сделаем. То есть, вот. Там 5. Вот, условно говоря, так, да, получается? Ну, сейчас, прости, подожди. Угу. Сейчас, вот так. Ну, ты 5 mm-hmm. от стюарда отметь. Ну, да, вот как-то так оно будет. Да, немножко, да, вот как-то, как-то примерно так. Угу. Договорились. Okay. Да, да. Модель делит. Mm-hmm. Ну, и давай попробуем, короче, там, полечить коня. Давай. Флип. Слушай, получилось. Триггер, ну, триггера нет, имеется в виду, насколько. Слушай, великолепно, 3 бунты коню. И ему еще фокус даем. Угу. Раз, два, три, и фокус. Да, все, активация. Угу. Фокус. Так, скажи мне, пожалуйста, сколько у тебя в коне сейчас? 6, да? 6, да, было 3, стало 6. Так. Хартукила у него нету. Кто у тебя остался? У тебя остался пресс. У тебя у меня остался конь. Пресс? И конь, и пресс. Конь и пресс. И все. Ну, и 3 постокена. Ну, и 3 постокена, да. Давай мерить. Ага. Ага. Типа так, да? Как-то не очень здорово. Ну, давай попробуем. Так, а вот так нормально. Давай посмотрим, можно ли здесь проехать.
Ну, в общем, можно, да. Давай мы поактивируем эмиссара. Угу. Эмиссар попытается прокатиться. Ну, окей, там... Там четверка нужна. Ну, конечно. Вот такую. Ну, хоть положим. Не черный. Ну, черный уже был. Ну, вот. Эмиссар такой поехал по прямой вот сюда. Угу. Переехал через Леди Джастис и говорит ей, пройди, пожалуйста, дорогая, мув дуэль. Которая? Сейчас скажу. 13-ю. Ага. Ну, то есть 8 или больше. Да. 8 или больше. Чудесно. А дальше он так просочился между кактусом и Сэмми. Угу. Вот. Ну, тут с запасом он вот сюда приехал. Здесь вот встал. Угу. Ну, условно говоря, объехал, да, этот маркет? Да, да, угу. Да, ну, объехал. Вот, и на этом он закончил свою активацию. Ха-ди. Слушай, а эти маркеры у нас не 50, разве? Какие? Сейчас я их дам, на всякий случай. Стратегически? Это нет. Они 30. Ага. Не, они просто 5 высоты. Все, отлично, нюк. Слушай, прикольно, прикольно. Прикольно. Господи. Арами ходил уже. И Арами не ходил. Арами ходил. Еще. Давай я отмечу. Давай, чтобы для понимания. Не ходила Офелия, Франсуа и Сэмми. Да. И Бакор. А, не, Бакор ходил. Бакор ходил. То есть вот сейчас у меня будут покрашены те, кто уже ходил. Угу. Три модели не ходили, и остальные все ходили. Слушай, ну, блин. Можно сделать так. Франсуа подставляется. Пас токен. Хорошо, Бакор взял фокус. Угу. Ага. Так. Такой могут что-то делать. Ну, давай, Офелия поактивируется. Давай. Офелия, наверное, первым действием сделает обычный беспонтовый выстрел по Леди Джастис. Давай. Вот. Она игнорит Friendly Fire, и она стоит в куске консила, поэтому она этот консил тоже будет игнорить, потому что там есть слос-линия, которая меньше дюйма по нему проходит. Угу. Вот. Поэтому просто она седьмым шутом стреляет тебе в деф. Угу. Вот так. Он пока не попадает. Пока не попадает. Я очень хочу попасть, я вот такую положу. Это а что? С минусом. А тома, какие у тебя шиты триггер дают? Тома у меня говорят, что я возьму карту, а если ты не умрешь, я эту карту оставлю себе и ничего не сброшу. Давай, резолвим. Да. Я это делаю с минусом. Потому что по разнице у нас чистая, но у тебя хардвунд. Угу, я понимаю. Это маленький 2. На армор 1. Угу. Взял карту. Так, давай, наверное, сделаем... Да то же самое давай, наверное, сделаем. Давай. Бах. Ой, прости, пожалуйста, сейчас я флипнул. Да, давай. Отвлекся на секунду. Ну, пока ухожу. Пока уходишь. Ну, давай я скажу вот так. Угу, 19... у тебя шестой. Седьмой. Седьмой, попал. Минус 2. Минус 2 с критом. Угу. Это еще 3. Давай, я остался в 4. Угу. Так.
Давай теперь у меня, наверное, у меня есть еще одно действие и нулевка. Давай мы по тебе бахнем зажигалкой, мы по тебе бахнем по муву. Отличный выбор, давай попробуем. Седьмой стат по муву, поехали. Давай. Вот так. Опа. Не попал, но я сбросил зажигалку и внес тебе одну дырку. Слушай, это неприятно. Да. Так все хорошо начиналось, там такие дружелюбные общения было. Ах. Вот. И у меня остался нолик. Угу. Сколько у тебя здоровья осталось? Три штучки ровно. Три штучки ровно. Давай мы в тебя ноликом постреляем. Сейчас померяем. Давай. Там между нами 6 же есть. Да, есть, есть. А я бы иначе не мог тебе... Да, есть. Ну вот давай уже 6-м статом тебе постреляем. Давай. Вот так вот. Ох, это много. Это много. А я тебе посмотрю, какие у меня там триггеры есть. Сейчас, подожди, пожалуйста, перед тем, как триггерами... Ты... 6-й это 20, да, у тебя 20. Угу. У меня, к сожалению, всего 17. Какие 17? По муву ты стреляешь, да? Нет, не по муву. По дефу, да? У меня 12. Разница 8, минус 1. Слушай, добавь вот такую, я еще положу тебе сверху. А зачем? Ну, у меня был... А, типа, чтобы 2 минуса было? Да. Ну, хорошо, 2 минуса. Я даже триггеров никаких заявлять не буду, наверное. Угу. Поехали. 2 минуса. А хотя нет, я заявлю. Что там у меня? Нет, не буду я ничего заявлять, нафиг. Угу. Прекрасно, это 2 дырки. Ну, с армором одна. С армором одна, ты остался? В 2. В 2. Ты остался в 2. Офелия на этом закончила свою активацию, я объявляю вендетту. Какой ты неприятный. Вот, ах, вот так вот все с тобой понятно. То есть все да. Понятно. Вендетта. Не на раме, на филе. Ну вот. Что теперь с тобой. Что с тобой делать? Ах, давай подведем немножко аутсорсинг. У нас, соответственно, Офелиях. Так, не ходила Сэмми, не ходил Раме. Все так. Франсуа еще. Не ходила Сэмми и Франсуа. У меня вот беленькие не ходили, а коричневые ходили. Понял тебя. Слушай, типа, давай посмотрим от LJ ауру, предположим, 9. Ага, аура 9. Сам я ее не вытащу. Так, с твоего позволения я активирую коня. Да, пожалуйста. Он проскачет, давай предположим, 5 дюймов сюда. Угу. И у него еще будет, там, например, 2 дюйма сюда. Так у него какой муфт? 7? 7, насколько? Да, насколько помню, 7. Да, нормально. Сейчас я гляну, чтобы точно. Да, 7 муфт. Отлично. Угу. Это у нас было у него первое действие. Сейчас. Я с твоего позволения сейчас все ауры вырублю. Да, давай. Ауры, клир ауры. Ага, конечно. О, исчезли ауры. Так, теперь мне для понимания нужно сделать что? У нас есть супер бронированный конь и супер умирающий LJ. Есть Рами? Рами нету. Есть Франсуа. Да. Возьмем ауру 6. Два варианта, оба не нравятся.
мне не нравится. Давай конь совершит второй мув. У него включена пятая аура. Предположим, куда-нибудь вот сюда. Так. И, наверное, еще немножко будет. Так. Сейчас у него еще вторую ауру включу. Визуальненько. Там, типа, дюймичек еще как-нибудь сюда пройдем. Ну, вот так вот, для красоты. В эфире же первый энгейдж, правильно? Да. Так. Окей. После чего давай мы совершим наше замечательное тактическое действие. Старт шестой. У меня два барана есть на старте. Давай reveal in conflict. Так, Рип? Давай. О, бараны. По-моему, попал. Да, ну, нужна шестерка и нужны бараны. Вот, я, наверное, заявлю триггер за трех баранов, пониже двух баранов себе. Я ведь могу это сделать? Да, могу сделать. Все хорошо. Да, вполне. Френдли модели в рендже восстановят одну вунду, ну, для начала, да? Одну вунду в рендже, ну, то есть LJ немножко... она в engage, когда две она восстанавливает. Рейзинг, господи, вунды увеличили на две вунды. Окей. Дальше. Friendly модельки, опять же, получат Shielded 2. Да? Далее ей, соответственно, Shielded 2. Будем пытаться ее спасти. Слушай, на этом у меня, наверное, будет конец активации. Сейчас проверю. Все окей? Да, все окей. Shield. Статус. Raising Shift E. И еще раз Shift E. Ходи, пожалуйста. Так, хорошо. То есть у тебя это была... А, у тебя еще пресс. Угу. Хорошо. Давай поактивируем Франсуа. Угу. И Франсуа, наверное, почарджит коня. Слушай, великолепный выбор. Не вижу причин этого не делать. Вот я тоже так считаю. Вот как-то так он его почарджит. Угу. Вот. И давай будем коня пилить. Давай. Я заявлю, что понижаю фокус. Ты понижаешь фокус, и я пилю тебя как бы с голимого топ-дека седьмым статом по дефенсу. Угу. Давай. Два фокуса. Ну, две карты. Да, давай. Окей. Окей. Я сейчас одну секундочку ловлю фокус. Ага, все. Продолжай. Ну, так. Давай 12 книжек поместил в дуэли. Ага. Чуть-чуть будешь? Не попал. Нет, не буду. Сброшу карточку, скажу Фларе. Давай. И скажу, что я хочу барана себе вшить. Прям настолько все жестко. Да, поехали. Да, напоминаю, что у меня у Полирайдера два шилда, да, за Гилдфлэра. У него... Да, давай. Ага, пока единичка. У тебя семерка. У меня 14. 14. Ну, давай вот так сделаем. Это типа ты будешь понижать на 2, да, урон? На 3? Да. Ну, а чё нет? Давай такую бросим. Угу. Скажем, что мы попали в минус. У тебя ХТВ, то есть 2 минуса. С двумя критами. Угу. Два минуса с двумя критами. Три карты. Ну, последний как раз. Это 4 урона. 4 урона. Ну, шилд, армор. Да. И, ну, это... минус 2 вунды. Да. Вунда лоуэр. И подожди, шилд почему... снизили. Подожди, почему 2-то? Одна? 4 же дамага. Ну, а, тебя... еще бараны в дуэли, господи. Да, баран был. Да. Сам уже забываю. Подожди, я же давал
Полирайдеру, да, все правильно. Полирайдеру я давал шубе. Ничего не обманывай, все хорошо. Да, все верно. Ага. Так, он-то в скольке остался? В пяти. В пяти. Давай еще раз его ударим за второе действие. Ага, ну давай. Ух. Много. О, ну конечно же. Это прям чистая. Ну, прям чистая. Даже с хартуундом моим. Давай, бей. Чистая с одним критом. Угу. Это 4 урона. Ну, то есть минус 2, правильно? Минус щит, 2. Армор. Да? А, да. 4 урона, минус 2, остается в 3. И щитов у нас нету. Да. Раз. Два. Статус. Щиты. Угу. Угу. Все, Франсуа на этом закончил. Слушай, великолепно. Великолепно, великолепно. Сэмми не ходила, да, еще? Да, Сэмми не ходила. Ну, давай тогда по стокен тратить. Хорошо, Бакур получает фокус. Так, у тебя остался последний по стокен. Да, у меня остался последний по стокен. И у тебя есть принтинг пресс. Все так. Я же говорил, проблема в 7-м столе. Наверное. Давай Сэмми поактивируется и сделает буквально следующее. Она делает волка вот сюда. Начинает всех видеть. Yep. Дальше она первым действием с... Так, у тебя у коня щиты кончились, наверное. Щиты кончились, все так. Вот. Значит, она первым действием будет хексом бить коня. Сколько в коне здоровья осталось? В коне, насколько я вижу, 3 осталось. Ага. А Сэмми куда переместилась с моей позиции? У меня она не переместилась. Посмотри, пожалуйста. Так. Ага, все, переместился. Да, увидел. Давай. Это у меня будет с понижением фокуса, то есть чистой картой по воле 6-м статом. Давай. Ну. Поехали. Давай. Ну, конечно. Конечно. Кто бы сомневался? Так, кто бы сомневался? Ты не читишь? Нет, я не читю. У меня 9 на столе. У тебя 9, да. У меня 18. То есть это будет с минусом. А, чистая, потому что фокус. И я понижу свой глови и скажу, что ты будешь глимзевой проходить. 14 вольно будет пройти, окей. Да, давай начнем с чистой карты. Это один урон. Угу, окей. Один урон, одна инжура, и проходи, пожалуйста, 14-ю ПП-дуэль своей уже шестой волей. Угу, сейчас, подожди, просто буквально секунду, инжуру выдам. Страгет. Вот, инжур. Так, шестая воля, поехали, проходим. Сколько надо было? 14 надо. 8 не прошли. Закопались. Ага. Так, ага. Сейчас я буквально секундочку уберу. Все, ага. Закопался. Теперь делаем то же самое с Леди Джастис. Окей. А ты игноришь, да, ХТХ? Ну, типа... А это каст. Ага, это каст. Без пистолетика. Понял, без прожектайла. Да, ага, я понизил фокус, делаю это чистой картой. Поехали. Мало. Много. Нет. Ну, нет, значит нет. Все, Сэмми закончила. Угу. Твоя активация. А у тебя кто еще не ходил? У меня все походили. Все походили. Слушай, давай этот... Типа... Ctrl-C. Давай там положим. Гипотетически сюда. А он пройдет? Сюда пройдет. Спокойно. Поворот мне нужна шестая.
Ага. Так мне не хватает. Давай попробуем. Уильямом. Уильям. Поехали. Идем сюда. Идем сюда. Идем сюда. Идем сюда. И все равно никуда не хватает. Леха. Леха. Мы подставимся рано или поздно. Дошел до сюда, взял фокус. Ок, хорошо. Это похоже на ход. Да, все так. А кондиции какие-то подводим в итоге? У меня упал щит с Рафаэля. Соответственно, я поскорил очко за стратегию, очко за вендетту и очко за мортиров. Не мортиров, Я понял, за вендетту. Нет, ледзомбит я вскрываю. Ага. У тебя две самые дорогие модели, это Elite Justice и Конь. Они у тебя оба ниже пол хп. Угу, понял тебя, понял. Неприятно. Я, это... к сожалению, ничего не скрываю, но беру свое героическое очко по стратегии. Да. 3-1. 3-1. Великолепный результат. Я не надеялся взять хотя бы очко, а тут, видишь, целое очко беру. Да нет, ну тут как бы одно-то берется надежно. В принципе, и два берутся, наверное. Так, и я покрасил. Ты в приложении-то будешь очки отмечать, или мы запоминали? Давай отмечу. Я просто за тебя не могу отметить, поэтому. Да, я понимаю. Ага. Я взял линии, взял вендетту, взял зюмблит. Так, третий ход мы начинаем. Ты пока две... А, все, отлично. Давай, третий ход. Смотри, у меня тут шилды все спали, короче. Конь в закопанном состоянии же все равно получает свои три этих. Конечно. Все. Ну, там типа... На всякий случай, вдруг какие-то тихие. У меня остался сохранен один пас токен. Давай, ну, в принципе, вроде все. Фокусы, да, висят, все висят, никто не горит. Ну, давай, решафл. Раза три, четыре зарешафлю. Потом у меня есть целая возможность что-то сделать. Что я хочу сделать? Хочу я карту сбросить. На них хорошая карта пригодится. Давай, шесть карт наберу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, что скажешь? Я скажу, что я буду флипать на инициативу. Ага, давай флипать на инициативу. Так, сейчас я посмотрю немножко. Угу. Давай, поехали. Вот так вот мало у меня. Ну, слушай, у меня есть по стоке. Давай, у нас в обоих мало. Так, подожди, а двойку, двойку флипнул? Да, я двойку флипнул. А, ты двойку флипнул. Ты первый читишь. Потому я что первый читишь. У тебя по номиналу меньше. Все, согласен с тобой. Давай вот так. Вот так. Ну, давай. Угу. Сходи, пожалуйста. Я похожу, пожалуйста. Так. Да. Смотри, этот постокен я потерял. Да. Вот. И сколько я постокенов получил? Ты получаешь, по идее, у тебя все еще 6 моделей, а у меня на 2 меньше. То есть у тебя 2 постокена. 1, 2. 2. 2 постокена. Так. Сейчас буквально 10 секунд мне читать. Долго думает. Задумал. Ага. Let's go fucking go. Да, давай. Давай, у меня активируется, наверное, Офелия. Кто бы сомневался. И Офелия скажет, что она постреляет
Она постреляет с руки по Леди Джастис. Угу. И закажет она маску за камень. Давай. Поехали. А пока попадаю. У меня 11. Угу. Хорошо. А, я положу вот такую, у меня будет 17. Угу, у меня 16, ты попал. Да, триггер на масках постреляет себе апгрейдом. Угу. Да. Значит, это у нас 2 минуса. Давай. Правильно? Ну, у меня hard to kill, плюс и разница там да. меньше, чем 6, так что давай. Да, 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 3 карты. Это маленький 2. Один. Один вошел. Так, стреляю я в тебя бутылкой. Давай. Зажигательная, да? Нет, зажигательную я сейчас сбросил. Я в тебя стреляю той, которая без лоса. Понял, поехали. Седьмой по дефу. Поехали. Угу, по пятому. Пока там. Давай так. А это я все еще там. Все так, я не спорю. Окей, в 3 минуса. Давай. 4 карты. Триггеров нету. Это одна дырка. Инжура. Угу. Дальше я обязан сбросить карту. Сбрасываю апгрейд. Тебе еще одна дырка. Угу, я в одной. Отлично. Дальше я стреляю по тебе трэш-каном. Буквально одну секунду, я пытаюсь найти инжуру. Угу. Ага, получил инжуру. Поехали. Трэш-канон. Трэш-канон, да, седьмой по дефу. Давай. Ну, слушай, конечно же. Постреляю угу. еще раз. Это чистое будет. Я понимаю. Так, ты в одной? Да. Ты в одной. Ну давай постреляем, тебя чистым. Вот так. Слушай, ну случается небеса, чудо просто. Ну, я в тебя стреляю еще раз. Давай. Тем же самым. Поехали. Ой. Не попал, сбросил апгрейд, убил тебя. Давай. А хотя подожди. Я попал. У тебя же инжура, поэтому у тебя четвертый деф. Угу. Вот. Поэтому, как бы, смотри, будешь ты читить вверх. Ну, да. А в любом случае, ты же можешь бросить апгрейд и убить меня. Да. Ну, так ты сбросишь апгрейд. И там всего на единичку почитить. Да нет, нормально все. Давай, убил. Сейчас, подожди, я флипну 4 карты. Угу. 4 карты. Окей, да, убил. Угу. Так, апгрейд я сбросил в Сэмми. Угу. Сэмми взяла дырку. Фасту. Я себя ничего не вывалил. Карту. Вроде же ничего не вывалил. Ну, типа мне карпсы не нужны. Угу. Это я себя сбросил трэш-кэнон. Окей. У меня еще одно действие и нулевка. Угу. Правильно же? Ну да, я пострелял за триггер, пострелял за триггер. Так. Карточку я взял. Так, нормально. По сотен это свои посчитал. Давай я, наверное, померю 18. Ага, я могу пострелять тебе в попа. Давай, я не против. Могу пострелять в попа. Нет, я не буду стрелять в попа. Я надену на себя Хучигнайтер. И возьму фокус. Угу. Вот. И я, наверное, сброшу карточку.
Единственное, что у тебя Офелия, да, получила дистрактив, да? Ну, не дистрактив, а адверсари. Да, да, да. Она получила дистрактив от адверсари enemy. Абсолютно верно. Сейчас я это сделаю. Адверсари. И... Дистрактин, да. Вот. И давай мы сбросим карточку вот такую. И скажем, что Франсуа возьмет фокус. Mm-hmm. Все. Вот теперь Офелия закончила. Так, я смотри. Теперь буду красить mm-hmm. модели обратно. Хорошо. У меня к тебе вопрос. Да. Так, у тебя Сэмми меня закопала. Все правильно, да? То есть, смотри, я прохожу. Нет. Есть ли таргет за Бурина? Я просто в одном от твоей вражеской модели разбуриваюсь вначале. Активация, ничего даже проходить не надо. Не-не-не. Я тебя поставлю в одном от твоей модели. Алло, ты здесь? Да. То есть, типа, я буду тебя ставить в одном дюйме от твоей модели. А, от вражеской модели. Все, понял да. тебя. Поэтому так вот. Поэтому так все забавно. Я тебя понял. А чё бы нет? Разанбурь мне, пожалуйста, коня. Где твой конь? Достанем. А, мой конь. Да. Из закромов. Вот мой конь. Так, давай подумаем, где тебя разбурить. Ну, в принципе, я думаю, что у тебя, во-первых, анжура упала. Сейчас мы... Да. А давай мы тебя вот здесь разбурим. Вот здесь. Слушай, а ты суров? Ну, я думаю, что там полечить сможешь зато. Даже ничего проходить не надо, блин. Великолепно. Статуа. Да, ну, достаточно. Ты... Достаточно гуманная раскопка. Так, насколько я помню, плейсить. Сейчас. У тебя все по-хитрому, да? Все по-хитрому. Я могу. Так. Целых много, да? Да блин, мне не нравится недобитый Рафик, короче. Он же когда недобитый, ага. У него там какая-то обилка, правильно же я помню? Да, у него грит, он очень больно стреляет. У него плюсы вот. На урон и на попасть. Ой, жестокий парень. Надо с ним что-то делать, он снова в хартукеле. Хартукеле. Да. Ай. Сейчас, извини, пожалуйста, за ожидание. Сейчас я думаю, просто по-хитрому. Слушай, давай, наверное, для начала конем поездим. Чего бы нет, ездить всегда прикольно. Давай эту ауру, условно говоря, в дюйм включил. Раз коня передвинул, два коня передвинул, три коня передвинул, четыре коня передвинул, тут как-нибудь пять коня передвинул, как-нибудь там, условно говоря, шесть коня передвинул, семь коня передвинул. Ну, типа, давай посмотрим, что это, в 12 дюймах можем кого-нибудь пристрелить? Не знаю. Да, никого пристрелить не можем в 12 дюймах. Может прокатиться с Гилл-Стюартом, потом Гилл-Стюартом полечиться. Слушай, да, прикольно. Давай мы, наверное, сделаем рать весьме. Гилл-Стюарт. Слушай, получилось великолепно. Там они пушнулись опять. Пушнулись куда-нибудь.
Тут сюда на 5. Перед собой он там гилд стюарта поставил. А после чего тут ему что, Франсуа, да, угрожает? Давай вот сюда куда-нибудь забежал. Угу, все, активация коня. Типа спрятался. Да, да, да. Ну, типа постарался, по крайней мере. Какой коварный конь. Хорошо, давай, у меня вот ребенок активируется. Ребенок? Да. Последний. А, Янка Кура, все понял. Да, последний оставшийся мел. Угу. Он придет куда-то вот сюда. Он типа в лес он залез. Так. А, чтобы Сэмми меня видела. Франсуа. Ну да, видит. Вот. Дальше он на Офелию надел апгрейд. Давай это будет у нас клинап. Дальше он постреляет в Бакора. Угу. Вот. Значит, стреляем в Бакора. Минусом. Попали. Три карты. Отлично. Бакор взял дырку, Бакор взял фасту, взял глови и карту. Закончим. Ходи. Слушай. Это суров, наверное, давай на суровость ответим по стопинам. Хорошо. Убил Уилджей. Делать нечего в этой игре больше. Бакор взял фокус. Угу. Так. Окей, давай Бакора активируем. Давай, наконец-то. Да, Бакор у меня полечит для начала Рафаэля. Да. Угу. Полечить. Да, триггером. Карту сбросил. Полечил на 3. Господи. Ну, он хотя бы теперь не будет жестоко стрелять. Да, да, он теперь не в грите. 2 карты взял. Угу. Давай теперь полечим себя. Ты посмотри, что творится. Опять триггером. Карту сбросил. Полечил себя на 1. Ну хорошо, на 1. Давай полечим Сэмми. Так, полечил себя на 1, 2 карты взял. Полечим Сэмми. Полечил. Списал себя одну глови, карту сбросил, полечил Сэмми на 2. Учхор. Давай активация. И... А, сейчас я карты возьму и вот такую сброшу. Стоп, это много сбросил. Извините. Слиплось и все. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все верно. Давай, Гилд Стюарт. Давай, Гилд Стюарт, лечить коня. Давай. Что-то не получилось. Это чунок на 6-ку, насколько я помню. О, сейчас гляну быстро. Гилд Стюарт. Да, 6-ка нужна. Давай, почитим. Флипнем на 1, 2, 3. О, слушай, на 1. Ну, давай, коню жизнь и фокус. Рейзинг, фокус и жизнь, да. Инстат, после чего он, парень, сделает мув опять. Вот сюда отойдет. Так. Положим у этого 14, да, какой-нибудь раньше. И вот так вот. Давай еще вот сюда отойдем, короче. Вот так. Спрятался. Да, да, да. Все, хорю. Так, окей. Так, давай померяем. 14. 14 есть. Давай посмотрим на лос. Лос тоже есть. Ну, давай тогда будем в коня с места стрелять.
ковер шестым статом. Угу, ну, в мой шестой, да, насколько я помню. Да. Там кавер и консил или чисто кавер? У тебя ковер, то с консил я игнорю. Ага, хорошо. А, слушай, давай я... Давай фокус потрачу. Чё бы нет? Ой, так, я не буду. Ага, сейчас я... Поехали. Lower фокус. А, две карточки флипа. Ага. Ой, слушай. Прям хорошо ухожу. Так. Сейчас подожди. Давай я вот такую положу. У меня будет 19. Ну, давай я 19, да? А что, на триггерах есть? Карту сбросишь. Карту меня сбросить заставишь, да? Угу. Автор дымак или в любом случае? В принципе. В принципе. Типа, даже если урона не будет. А что по дымаклайну у тебя там? 2-4-5. То есть в целом сейчас ты с двумя минусами три карты. Давай три карты тяни. Это даже не три карты, это четыре карты, потому что у тебя ХТВ, у нас поровну и ковер. А, ну, тем более. Четыре карты. Это два урона и сбрось карту. Один урона и сбросил карту. Хорошо, давай еще раз. То же самое. Давай. Давай фокус. Угу. И двумя картами постреляю в тебя. Угу. У меня 10 дуэля. У тебя 10, это 17, у меня 11, ну и не было. Ну и так. Хорошо. Так, но легко будет? Джиггернаут какой-нибудь? Нет? А у него нет джиггернаута, у него только этот... Шрагов сбрасывает. А, все. Кондицию. Все. Понял тебя, понял. Все, твоя активация. Ты не хочешь сбросить кондицию жизни? Как зря. Так, давай подумаем, что можно сделать. А можно по стокенски. Скажи, пожалуйста. А ты уже скидывал, по-моему, по стокен. У меня два их было, сейчас еще один скидываю. У тебя их сейчас, А, ну да, у тебя было два, согласен. Вот я сейчас, видишь, один вернул и... Да-да-да. Оп, все. Хорошо. Вот. Хорошо. Ну, давай, не знаю, давай Рами поактивируем. Рами. Еще и Рами кто-нибудь стрельнул. У меня в тоннеле, сударь. Тут подожди, в коня стрельнул. Так, тихо, не то. Давай смотреть. У Рами четвертый мув. Давай попробуем передвинуться. Вот отсюда он будет доставать. Да, отсюда он будет доставать. Давай посмотрим, может ли он сюда дойти. Включили. Раз. Два. Ну, да, может. Окей. Согласись, что за 4 волка. Да, без проблем. Делит. Ну вот, давай мы отсюда с места в коня и бахнем. Ага. Давай. Ага. Шестой. Опять стреляешь? Шестой. Утомировай меня, стрелец, сударь. Три. Что делать? Побольше. Давай 9. 9. Сколько здоровья в коне осталось? Слушай, 3. 3. Ну, давай я вот так брошу. Ну, хорошо. Я уже читил. Ага, ага. А давай я заявлю, что потрачу 2. Два. Это три. Это будет с игнором брони и плюс один урон. Я понимаю сейчас, я думаю. Это, у Рами еще нулевка, да, есть какая-то? Он там не будет стрелять за нулевку. Нет. А, у нас еще есть Франсуа. Давай два, короче, два барана вшил. Два барана вшил, хорошо.
Значит, это у нас с тобой получается два минуса. Угу. Потому что я игнорю ковер. Угу. Да. Ну, давай два минуса. Два минуса это средний. Угу. Это 4 урона с игнором брони. То есть 2 угу. в тебя влетело. Угу. Ну, видишь, в одной остался. Угу. Закончил. Да, у нас было 3 барана. Пожалел, пожалел. Аура 12. Отлично. Отличная 12-я аура. Так, активируется Guild Flower. Угу. Я поднял, опустил. Угу. А дальше ему нужно быть в 8 дюймах для того, чтобы накидывать шилды. Угу. Все так. Все так. Все так. Он, соответственно, вот я 8-ю ауру включил. Там типа... И включил ему, условно говоря, там первую ауру одновременно с этим. Первое действие это волк. Раз. Два. Три. Четыре. Вот, условно говоря, четыре подвигался, да. Четыре да. подвигаться. Давай. Четыре подвигался. И попробует, короче, Impressive Defense скинуть в коня. Ну, это даже два шилда. Mm-hmm. Попыточка. Слушай, получилось. Могу один из двух триггеров заявить. Давай заявлю дровнуть карту. Карта положена mm-hmm. сейчас. Взял карточку. Вторым действием... вторым действием... Ну, сюда опять отступил. Хари, пожалуйста. Ну, прошелся. Да-да-да. Ага. Понял. Давай померяем. Окей. Что случилось? Окей? А. Да-да-да. Да-да-да. Давай у меня фронт-слап активируется. Франсуа у меня сбросит карточку. Сделает эмбуш. Ай, началось. Вот куда-то. Началось. Вот сюда. Он теперь в 12 от лоэра. Угу. 12 от лоэра. Соответственно, давай мы в тебя с фокусом стреляем. Угу, давай, лоэр тоже фокус понизит. Только одну секунду, да, я два щелда выдам коню. Я тут немножко... Да-да-да, давай. Рейс шилд. Статус. Рейс шилд. Так, давай я тоже с фокусом буду от тебя обороняться. Поехали. Подожди, прежде чем ты начал обороняться, ты будешь использовать эту... А, и карту сбросить, да, чтобы дать тебе минус. Нет, я не буду это делать, как бы, я об этом помню. Не будешь. Хорошо. Да. Я пока фокус трачу. Тогда давай я это буду делать без фокуса. Потому что, ну, типа, я... Ты сначала заявляешь, потом без фокуса. Да, да, без проблем. А, две карточки? Да, а у меня одна, а у тебя стоит на ковер. Угу. Ну, у меня там 8. У тебя 8, у тебя 5 стат, правильно? Ну, все, сейчас я, одну секунду буквально, 4 деф у меня, 12. Ну, у тебя плюс 1 за ковер. Да, да, да. Угу. Как все неудобно. Плюс 1 за ковер. Ну, вот. Давай я, наверное... вот такую положу. Ага. То есть у тебя 6 атакующий стат, да? Да, у меня. 14 против моих 13. А ты мне не нравишься. Ходи, пожалуйста. Ну, продолжай. Угу. То есть, типа, урон флипать. Да, флипай. Без триггеров с двумя минусами, потому что ковер. Угу. Поехали.
Три карты. Ой. Ёшкин кот. Убил, да? Да, убил. Да. Ну, там 5 плюс 1. Ну, конечно же. Извини. Ничего страшного. Это как бы эта игра, это нормальная тема. Так, так. Лунда, Делит. А, ну, корпус маркера тебе не нужна, да? Нет, мне не нужна. Там... Ну, там сами же что-то там вроде умеешь. Ну, ладно. Нет, она не умеет. А, она да. Не умеет. Окей. Нет, да, но он хотя бы успел сходить и карту взять. Это хорошо. Ну, да. Я, соответственно, за это получил Adversary. Adversary, да, все так. Distracted. Так, и у меня есть еще одно действие. Давай мы, наверное, фокус возьмем. Ну, хорошо. Рейс. Проект вот там. Угу. Ну, делать тут нечего. Давай, так. Сейчас верну прессика на место. Прессик что скажет? Прессик хочет померить вообще всю хурму, подумать над жизнью хорошей. Там типа... я сейчас прессик передвину, и потом его, если что, обратно верну. Так. Давай. Типа, если вот так сделали, условно говоря, там какую-нибудь лос-линию вообще реально привести. Ну и раз, два, три. Эй, парень, ты на место, пожалуйста. Все. Вернулся. Тогда что будем делать? Давай пресс, как красавчик, возьмет уже третий фокус. Это вот давай. Любимое занятие пресса, брать фокус. И вот сюда, вот на свои 5 дюймов, забежит. Вот прям вот так вот встал такой и стоит. Активация. Окей. Хорошо. Хорошо. Так. У меня осталось Сэмми и колесо. Давай померяем. 8, 6. Не достаю. Сэмми у меня в фасте и в кучу фокус. Ну давай, наверное, мы Сэмми поактивируем. Давай, хорошо. А давай она сделает один волк сюда. Чуть меньше, потому что она была в грязи. Если что, она мне еще пока не передвинулась. А. Так. Ага, передвинулась. Окей. Давай еще один волк сделаем вот сюда. Ага. И давай мы попробуем в Нелли сказать вот это вот наше. Я тебя понял. Понижаем фокус и давай бороться с тобой. Да, я тоже это буду делать с фокусом. Лоу фокус. Давай. 2 карточки. Давай, у меня тоже 2 карточки. У меня 10. Слушай, у меня джокер красный. Ну, не попал. Ну, хорошо. Ну, и в целом, хорошо. Ну и все, я походил. Так. На всякий случай, убежусь, что у тебя не ходил только эмиссар. Все так? Да, абсолютно верно. Все. Теперь я на всякий случай открою эмиссара и внимательно проверю, что у него нет никаких таких прикольных обилок. Это все понятно. У него есть... Push the target. Push the target. Понятно. Ну, значит, да. Значит, Дима. У меня нулевой engage. Ну, у тебя 12-й мув сначала. Давай. Чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин. То есть, в целом, это неприятно. А давай посмотрим, на каком... Что мы вообще можем сделать. Так. Поехали. У нас есть 5-я аура движения. Так, из твоего позволения, все ауры вырублю. Давай. Ауры. Clear аура. Дальше включаем ауру на Нелли, чтобы ничего не сломать. Чисто по прямой, если мы прошли на 5... то у нас там типа, если где-нибудь вообще
Ой, тейп, тейп, я второй. Из-за кактуса тебя не видно. Окей. Типа, ну, неприятно, неприятно. Типа, прошли мы, например, вот сюда. Типа, например... Прошли мы, например, куда-нибудь вот сюда. Mm-hmm. И, например, куда-нибудь вот сюда от Мисара забежали. Типа, можно пройти? Ну, да. Предположим, если он... Вот, сейчас я проверю просто. Там все проходимо. Не-не-не, я, типа... Если ты сильно захочешь, ты все равно мне создашь проблем. Потому что ты сделаешь нулевку, например, подчаржишь меня... Здесь ты не пройдешь, и здесь ты не пройдешь. Да, я там не пролезу при всем желании. Ну, слушай, ну я просто на всякий случай убеждаю сам себя, что типа... Конечно, что... конечно. Да-да-да. И... Короче, все будет хорошо, потому что все будет хорошо. Ходи. Окей, мне остался эмиссар. Все так. Покажи мне магию. Да какая тут магия о чем-то? Давай попробуем. Давай попробуем уехать. Давай. Нет, сначала мы, наверное, нулевку закажем. Давай. Не получилось. Прекрасно. Теперь пытаемся ехать. Получилось. Едем мы на 12. 12 мы едем куда-то вот сюда. Угу. Давайте посмотрим такую штуку. Да. Давай посмотрим, могу ли я вот сюда встать. Да, могу. И я, соответственно, буду в БТБ с тобой и в БТБ с маркером. Отличный выбор. Вот. Соответственно, я делаю чардж. Ага, я поскольку понял. Давай. Я... Начинать. Вот. Я тебя, соответственно, чарджу вот в такую позицию, прохожу сквозь тебя. Пройди, пожалуйста, сначала 13-ю мув-дуэль. Давай. Давай, прошу. Чудесно. Теперь давай драться. Давай. Давай я ловер фокус. Ну давай я тоже фокус понижу. Ну, давай две карточки. Давай выяснять, кто из нас круче. Опа, у меня 10. Какой у тебя деф? Насколько помню, 4. Сейчас я гляну на всякий случай, чтобы не обмануть. Принтерпресс. Нет, 5, кстати, деф. 5. 15 на столе. Тогда у меня тоже 15. Я пока попадаю. Давай я, наверное... Одну секунду. Ходи. Ну, продолжай. Это у нас будет... У тебя 5-й деф, да? Да, 5-й, 15. А здоровье у тебя? Слушай, 4. 4. Давай тогда я вот так вот почитаю. Ага, это будет... почитаешь. Это будет чистая карта, да. И... На всякий случай, прежде чем ты это скажу, я тебе напомню, что у меня 2-й армор. Да, это будет армор пирсинг. Все, понял тебя. Вот, поэтому давай чистую карту покажем. Давай. 4, убил. Ничего себе. Я ничего с этим делать не могу, поэтому. Ага. Я первый раз в жизни убиваю принтинг пресс. Ну, слушай, ты же его почаржил, как бы. Ну, да. Ну, вот. А, слушай, ну, я поздравляю с этим достижением, там, знаешь, ачивка, короче. Слушай, тебе корпус этот, у меня он констракт, тебе нужно чего-нибудь, нет? Нет, мне ничего не нужно. Ну, тогда получи, пожалуйста, адверсери и этот, короче. Да, я уже нарисовал. Да. Ага, все, давай. Я удаляю свой принтинг пресс. Ага. Так, ну смотри, это конец хода. Да, соответственно, да. Я покрасил твой столбик в зеленый в знак того, что он наш общий. Ага. Вот. А я покрашу этот в красненький, хорошо? Да, давай. У меня со всех моделей
упали адверсари, потому что конец хода. Неприятно, но что поделать? Неприятно, что поделать. Вот. А дистракция, да? Что-то не могу я повесить его в красный. Ctrl-N. О, так, Ctrl-N. Ебой. Отлично. О, я взял второе очко повесить. Слушай, это же великолепно. Да? Я не рассчитывал на такие результаты. Ладно, не прибедняться. Да ладно, ладно. Окей. Так, два очка. Да. Ты одно очко. Ну, короче, 2-4 пока счет. 2-4 счет. У нас с тобой третий ход закончился, да? Будет еще четвертый и пятый. Я, с твоего позволения, предложу сделать перерыв буквально там минут 5. Я, короче, ножками там подвигаю, покурю, там все дела поделаю. Окей? Давай. Буквально там, ну, давай, сейчас 0.36, давай в 42 минуты вернемся к игре. Согласен? Хорошо. Окей, отлично. Ставим на паузу. И мы продолжаем. Да, я не буду сбрасывать одну карту. А я вот сброшу эту одну карту, и коль уж снова запись идет, я такой, знаете, что мне в личку пишут фанаты уважаемого оппонента, говорят, как он великолепно тебя просто разламывает. Я такой, просто ужас со всех сторон гремлинская комьюнити, просто слишком их много, а гильдейцев всего 2 на турнире. Беда. Да, беда. И это у меня тоже, скорее всего, за гильдию последний турнир. Так, раз, два, три, последнюю карту флип. Ага, 6 карт. Да, у тебя теперь 6 карт. Честное мульфо. Да. Поехали инициативу. Ага, да, ага. Сейчас здесь сейчас все проверим. Да, все проверили. Давай, флип на инициативу. Ну, у тебя больше. У меня больше. Я не читер. Ну, ты будешь читить? Нет. Окей, давай по постокенам, пожалуйста, пройдемся. У меня не так много моделей. Раз, два. Три. Раз, два. Три? А ты Шиловера меня убил, господи. Да. Ты мне все, что можно, уже убил. Ага, а у тебя, соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Никого не потерял? Восемь должно быть. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7 вижу. А, раз, два, 5, 7, 8. Все, увидел, раме спрятался. 8, соответственно, мне целых аж 5 токенов, пас токенов, целых 5 штук. Вот и великолепно. Всегда мечтал о таком количестве пас токенов. Но ситуация в том, что мне тут кажется, у меня немножко проблема. Поэтому ходить первым, наверное, придется. А вот это вот сложный вопрос. Потому что может ли, условно говоря, Нелли пережить, например, Черж Франсуа? Ну, в принципе, сможет. Потом еще какая-нибудь Офелиевская проблема. Так, давай тогда мы будем действовать от противного. Мы возьмем первый ход себе, активируем Нелли, пройдемся ей на 5, пройдемся ей на 5. И пройдемся ей на 5 вот сюда. Ну, прекрасно. И одну секундочку, я только сделаю еще, знаешь, какую вещь. Я Нельке чуть-чуть подальше отойду, я поставлю, чтобы она была в дюйме от этой штучки. Вот, так она в дюйме, согласен? Да. Все, активация, ходи, пожалуйста. Это интересное. Решение, да? Да. Давай мы поактивируем Рами. Давай, Рами. Рами будет стрелять в коня. Ох, ну, ты ведь помнишь, что у меня есть 4 этих замечательных барана. Да. Так, я сейчас верну коня на место, немножко сдвинул нечаянно. А почему-то у меня еще на нем висят эти. Сейчас я их уберу. Ну, ты понял. Щиты. Да. Статус Ctrl-Shift-E. Ctrl-Shift-E. Все, давай мы с тобой начнем великолепное сражение за жизнь коня. Поехали. Стреляем. Защищаемся. О, слушай, у меня 7, и у тебя 7. И у меня 7, да, поровну. Угу. Ну, слушай, мне несложно предложить тебе десяточку. Ну, у меня тоже есть десяточка.
десяточка будет плюс один урон и игнор брони. Окей, я тогда давай в дуэль вошью двух баранов. Давай. Угу, у меня Heart of Wound, ковер, который ты игнорируешь. И два минуса, то есть четыре карты. Давай. Ой, какие хорошие карты. Ну, это три урона. Ну, я вшил два барана, поэтому это всего одна вунда, и конь, кажись, отъехал, если мне глазомер не подводит. А почему? Там же... У него же одна вунда. Да? Нет, у меня... Подожди. Слушай, ну, посмотри, пожалуйста, потому что у меня тут расширение не сильно позволяет это сделать. Ну, сейчас по-моему... я... Да, у него была одна вунда. Угу, ну, конь отъехал. Так, подожди, армор? Армор. Армор ты игнорируешь. Да. Так, так, так. Два барана вшил. Арту кила нету. Ничего нет. Да, все правильно. Конь отъехал. А, ну правильно, ты в одной оставался. Да-да-да, я тоже так это. Ну, я типа думал, кого активировать, коня или Нелли. Решил, Нелли надежнее. Постокен. Сейчас, подожди, я фокус возьму за второе действие. Еп, еп, еп. Заранее объявил. Осталось 4 постокена. Хорошо, я дал фокус Бакору. Что ага. делать? Так, у тебя Нелли убежала. Угу. Как одеяло. Что я могу сделать? Ну, давай, наверное, я поактивирую Сэмми. Угу. И Сэмми сделает... что она сделает? Да, давай она, наверное, вот, короче, два раз пройдется. Угу. И вот куда-то вот сюда она встанет. Угу. Даже вот сюда. Вот так. Угу. Ответим всё, действием. Она... А у нее тут, у нее нету фасты. Все, понял. Ну, окей, давай еще поступок я отдам. Давай. У меня их есть немножко. Я продолжаю накручивать фокусы на боку. Да, я понимаю. Но я с этим пока ничего поделать не могу. Пока. Да, давай у меня активируется маленький француз, этот самый Лукруа. Угу. Он стреляет по Сэмми. Угу. Сэмми не против. Угу. Ой, какая хорошая большая карта. Флипаем. 3. Это одна дырка. Угу. Одна дырка, Глови, Фаст и карта. Угу. Дальше он постреляет по Бакору в минус. Угу. Еще один попал. 3 карты. Это 2 урона. Угу. Это 2 урона. Глови, Фаста. И давай он на Офелию... наденет трэш кэнон. 14 дюймов, да, который? 18. 18. Великолепный выбор. У Офелии нету на 14, у нее только на 18. Я нечаянно флипнул карточку, я зашафлил. Зашафли, конечно, да. Да. Все, маленький закончил. Да, ну, этот, извини, пожалуйста, уже просто баловаться начал. Поэтому по стокен ходи дальше. Хорошо. Давай я, наверное, поактивирую Бакора. Бакор полечит себя. Угу. Нет, но я почитил. А ты не забыл 3... фокус, да, Бакору раздать или кому-нибудь? О, забыл, наверное. Да, ну, раздай. Да, раздал. Триггер заявил, такую ага. сбросил, полечился на 2. Угу. 2 карты взял. Раз. 2. Эван, и чё? Давай мы еще раз полечим себя. Угу. Да, полечил. Триггер заглавив шил. Карту сбросил. Полечился на... По полной программе. Великолепно. 2 раз полечился. 1. 2 прикупил. Это перебор. Такую скинул. Угу.
Третьим действием давай Райфика полечим. Или... Нет, мы не будем его лечить, мы будем его обеить. Обеим Райфика. Да, попал, но мне нужна масть. Спилил с себя последние глови. Райфик сделает волк. Вот куда-то, вот сюда-то. Все, Бакор закончил. Райфик не передвинулся. А, сейчас я его пошевелю. Угу, все, еп. Кастокен. Хорошо. По-моему, у меня там стак фокусов какой-то нечеловеческий уже на Бакоре. Это же хорошо, он просто разорвет лицо оппоненту. Не, ну, кстати, это иногда нужно, чтобы с этими двигаться, с обеими нормально. Угу. Так. Хорошо. А что у тебя умеет поп? Он умеет лечить. Ладно. Ну, в смысле, он умеет кондиции заканчивать, да, умеет лечить. По поводу рукопашки, он не так сильно страшен. У него рейндж 1, стат 5, ПВП, дает слоу. И если на масках, то ты должен, короче, модели в трех в пульсе, должны 12 ВП дуэль или получить слоу. То есть он даже не дамажит, а просто слоу раздает. Прикольно. Хорошая модель. Ну да. А он лечит один раз? Он лечит один раз, да. Но только другую френдли модель. Ну да. Себя он не может полечить. Угу. Окей. Окей. Давай Райфика поактивируем. Наверное. Господи, мне аж это больно от этого, скажи, я тебе скажу, от пресса. Я так по нему уже скучаю. Ну да, да. Не, давай проще сделаем. Давай у меня эмиссар два волка сделает. Давай. И вот куда-то. Да посмотрим, может ли он дальше куда-то пойти. Давай посмотрим седьмую ауру с условием, что он залезает на коробке. Вот сюда он приходит. Он не может так далеко, поэтому он просто вот сюда пришел. Все, он закончил. Угу. Ну, слушай, у меня еще последний поступок, поэтому я его использую. А ты первый ходил, да? Да, я первым ходил, и Аннели побежал. А, ну. Да, тогда правильно. Я у тебя одну модель забрал. И... Да, у меня две еще. Ты три еще осталось. Хорошо. Давай мы теперь поактивируем Рафаэля. Он сделает волк куда-то вот сюда. И второй вот сюда. Все, он закончил. Угу. Ну, как бы... Вариантов у меня не особо много. У тебя реактивации в этой редакции нет. Гремлинов это хорошо. Да, у меня нету реактивации. Ну, я ее вообще в этой редакции. Ну, так, на всякий случай. Не, она есть. У Тары есть реактивация, если она лидер. Так. У нас не ходила, соответственно, Офелия. И Франсуа. Ну, не ходит. И Франсуа. А скажи, пожалуйста, а почему ты поставил Нелли в одном дюйме от маркера? А там Сейчас я подожди, перепроверю, потому что я хотел, ну, типа, блин, это, короче, супер ошибка тогда. Ну, давай тогда ты просто встал. Нет. Ну, ага, вот. Я сейчас перепроверю просто. Френдли, который модель в одном дюйме от френдли модели, может передать френдли модели в шесте в конце хода. Блин, бас-контакт. Слушай, прости, пожалуйста, давай я Нелли верну. Встань, конечно, в базовый. Да. Так. Я что-то такой прибежал такой. Ну все, хорошо. О, надо еще в один дюйме пройти, чтобы ночную миссию поспорить. Ладно, все. Ага. Слушай, у меня как бы есть только одна модель, это Билл Стюарт. Я его верну на место. Он, наверное, возьмет фокус. Сейчас, друзья, я подумаю, как это все сделать. Так, Офелия стреляет 18 дюймов, двигается на 5, то есть 23 дюйма.
Тут. Этот парень 14 дюймов. То есть ты мне эту модельку будешь зажимать. Да, зажимать. Не знаю, зачем тебе это, но все равно. 14 дюймов, да. Многовато. Где тебе сложнее добраться? Здесь Сибирь, здесь сложнее. Фили, здесь сложнее. А Рафик на сколько стреляет? Ну, вот самая нижняя твой гревлин такой красивый. На 14. Господи, ты мне со всех как концов пришел зажать. Слушай, давай, ну, вот да. Я сюда отошел и фокус взял. А хотя он уже ходил. Хотя он уже ходил. Сейчас вернули на место. Подумали. Так, этому сложнее здесь добираться, этой сложнее здесь добираться. Ну, слушай, вот такой волк я сделал. Вот такой. И, ну, нет, вот такой вот. Вот так вот. Вот так волк сделали. И им взяли фокус. Ходи, ты помнишь, да, что у Офелии есть атака, которая игнорит лосс? Я понимаю, поэтому я и беру фокус. Вот, окей, хорошо. Ну, я на всякий случай просто точнее. Да. Чтобы это не было потом сюрпризом. Так, у меня осталось Офелия и Франсуа. Ну, просто видишь, вот, мне кажется, выводить вот этому к пятому лесу, его сейчас смысла нет. Как бы тут он станет более как бы сладкой целью, это уже Франсуа. Тут он, ну, хотя да. бы там. Ну, давай у меня Офелия поактивируется. Давай. Она сделает два волка вот куда-то вот сюда. Окажется в 12 от твоего, так сказать, папа. И давай. Кинет в него бутылочкой. Окей. Я, соответственно, понижаю этот, короче, кондицию. Я это делаю с фокусом, потому что у меня дистрактед. Отлично. И я дистрактед свой тоже за это снимаю. Чистая карта. По 7 по дефенсу. Ну, у меня вот 13 в дуэли. У тебя 13. Ну, я хочу попасть. Давай вот такую положу. У меня будет 20. В сумме. 20, это да? Это я в чистую попадаю за фокус. Давай. Ну, там несерьезный урон. Ну, все равно неприятно. Это один урон и инжура. Окей. Статус injured и вунды lower. Продолжай мое избиение. У меня тут две мотки, и у меня все закончилось. Ну, у меня как бы особо и избивать-то нечем, потому что я закончил активацию, сбросил карту. Пять. Давай у меня теперь Франсуа видит Нелли, наверное. Тогда. Я думаю, тут можно как-то так это подвинуть. Ну, хочешь. Ну, вот я вот такую вот стрелочку вот так вот видишь. Вот. Ну, я не вижу ничего, но... Давай. А, вот так нарисовал. А, вот теперь да. Ну, я немножко передвинулся, правда. Окей. Ну, вот я как-то вот так тебя вижу. Ага, все, окей. Вот, там нажми на экран. Ага, спасибо. Ну, давай тогда я стреляю в Нелли. Вот, в ковер, потому что ты за столбиком прячешься. Ну, у меня фокусов у Нелли нет, поэтому давай стреляться. Я вот фокус понижу и дистракт тоже понижу, чтобы бить тебя по чистой. Давай. Вот как-то. Ну вот это... на тебе вот так. Это поровну. То есть в два минуса. Фокус у меня ковер съел, а триггеров у меня нету. Ну, типа, на всякий случай там заявлю свой триггер. Как... Ну вот. Да, сквил. У меня, соответственно, два урона в тебя летит. Давай, на 2 понизил себя. Ты будешь у меня из лоса отсквиливаться? Ну, как бы давай, если я, условно говоря, здесь могу подвинуть так, чтобы конечно. Остаться в base-to-base маркере, то я как бы совершил это действие. Ну, чуть-чуть подвинься там вправо вниз. Ну, да, вот так. Окей, ты от меня спрятался. Хорошо, я тогда
возьму фокус. Угу. И на этом у меня закончился ход. Угу, у меня тоже. Я перекрасил маркер. Да, я тоже перекрасил маркер. Вот. И, соответственно, на четвертый ход я взял еще одно очко. Да? Да. У тебя пока 4, да, очко? У меня, сейчас скажу. У меня должно быть 5. Ага. Я ты сейчас, я просто... Ага. Я походил 3 стратегии и 2 раза схему. Окей. Давай походим еще. Ты в приложении просто забываешь отмечать. Окей. Ага. Вот я отметил. Я отметил. Ага. Все. Замешиваемся. Давай. Господи. Смогу ли я пережить этот ход? Я, ну, там последний всяко. Я сейчас побольше пошафлю. Так, слушай, ну давай, чтобы типа тоже не выделяться, сброшу вот такую, а потом сверху вот такую положу. Чудесно. Да, ну, чтобы ты тоже знал, что я без этого. Раз, два, три, четыре. То есть, что бы я ни делал, в принципе. Что бы я ни делал. Ну, мне кажется, что этот ход мы можем просто, ну, я, правда, не знаю, какая у тебя схема. Нет, мы, как бы, ну, слушай, тут, камон, у меня две модели, как бы, там, окей, я думаю, мы успеем отыграть, там, буквально, там, за 10 минут, я думаю. Ну, давай. А, так, слушай, ну, если ты не против, как бы, если хочешь, можно посчитаться, без проблем. Не, я не против. Я не знаю твоих схем, как бы, ты еще можешь поскольку очки. Угу. Это, в принципе. Так. Поехали. Флип на инициативу. Поехали. Вот так вот. 11, 12. Хочу ли я ходить первым? Вот в чем вопрос. Не знаю. Типа, если Нелли я прошел сюда, то до маркера я все равно не добрался. Ну, после того. Так, у тебя инжура упала с этого. Я не читер, начинаю активацию. По 100 мне сколько дашь? Опа, ну? Все. Все, хорошо. У меня 8 моделей, поэтому у тебя 6 постокенов. Благодарю. Ходи, пожалуйста, первым. Ах ты, ну возьми там постокен, пожалуйста. Окей, я не буду брать уже фокусы, мне хватит. Ну, уверен, давай договоримся, что у тебя их там 12, как бы, и на этом сойдемся. Ну, да, там бесконечное количество фокусов. Ага, я поставил себе 5 постокенов, потому что один уже скинул. Да. Угу. Ты один уже скинул. Ну, давай, наверное, мы Рафаэля поактивируем. Что началось-то? 14 есть. Есть. 14 есть. Ну, давай бахнем в Стюарта. Давай. Стюарт понизит свой фокус. Да, давай. Одну секунду. Статус. Lower focus. 2 карты. И у меня 10. Ну, соответственно, у меня 14, я попал, судя по всему. 14, и ты попал, судя по всему. 14, и ты попал. Не ты попал. Ты попал. Ты попал. Ты попал. Ну, давай я... Вот. Алло. Сейчас, я думаю. Вот так я сделаю. Давай выжимать из тебя карточки. Ну, я тоже умею выжимать карточки. Ты карточку сбросишь. Попал я с минусом. У меня 6-й старт. Окей. Угу. Это 2 урона, и сбрось, пожалуйста, карту. Троечку перьев. Ага. И карточки. 2 вунды. Ловер. Ловер. Угу. Да, давай еще раз. Давай.
Ну, что-то как-то вяло. Ну, слушай, у меня повелее. А, ёшкин кот. Давай тебе еще карточки поджимаем. Еще карточки поджимаешь? Ну, давай. Я такую положу. Это ага, будет... это с баранами, я понял. Да, с критом. Ну, сам, поехали. Господи, серьезно, что ли? Да, флипни в меня, Димайс, пожалуйста. А, давай, флипну в тебя, Димайс. Я в хартукил ушел. Окей. Сейчас я подумаю. Так, cancel. Слушай, на этом можно игру заканчивать. Ну, смотри, как бы, если ты не можешь... Нет, нет, я больше ничего сделать не могу физически. Ну, типа, как бы, я Нелькой не дойду, не заскорю маркер, как бы, ты, условно говоря, там, прибежишь любой маркер, заскоришь, ну, там. Единственное, что, ну, типа, А мне уже не надо. Мне уже не надо скорить маркеры, у меня их 4. А, у тебя их 4, тем более. Ну, да, то есть тут как бы ты мне Офелию вряд ли убьешь. Вот, соответственно, я скорю вторую Вендетту. Я скорю вторую за Let Them Bleed, потому что у тебя осталась единственная модель в неполном здоровье. Ну, единственное, что я... ну, типа, ты в любом случае пробьешь, даже если я буду там схем-маркеры раскладывать вокруг себя и хилиться. Ну, даже если ты похилишься, я поскорю, потому что у тебя осталась единственная модель. Да, я там же говорю, что... Так, ну ладно, давай, предлагаю на этом закончить, потому что спасибо. Ты меня только что сломал две схемы одним действием. Какие у тебя были, какие у тебя были схемы? У тебя был... Давай, я... На рафике? У меня был, соответственно, Вендетта на рафике. На раме была, соответственно, Гилл Стюартом. И был Каджи релиз, короче, опять же, на Гилл Стюарте. А он разве миньон? Он миньон. Ой, на Гилд Лоуэре. Господи, что я говорю-то сейчас? Одну секунду. Гилд Лоуэр, это раз. И Гилд Стюарт, вот, на Гилд Лоуэре, короче, было. Сам уже перепутал. Вот, и меня его отстрелил. Ну тогда понятно. Да. Вот. И вот как бы, типа, мне и этого не дожать, и этого не дожать. Неприятно. Ну, ладно, слушай, огромное тебе спасибо. Это 8-3, да, разница в 5-м дифом. Да. Вот. А почему 8? Я поскорил раз точку. Да, 8-3, да. Большое тебе спасибо за игру. Было увлекательно с тобой поиграть и познакомиться. Взаимно. Вот, до встречи на онлайн-турнире. И это готовься к мести. Я приду и заберу свои очки обратно. Хорошо, договорились.